Доброе утро! Yeah, you don't go there. Today, what is that? Lights. Oh, lights, lights. Yeah, lights. Someone turn the lights up. Oh, yeah. Yeah! Yeah, granddad. Tell them to turn the lights up. Включите свет, пожалуйста. Thank you. Let's have a look at our first slide. Давайте сейчас посмотрим первый слайд. Most men do not know what law is being broken here. Большинство мужчин, которые сейчас смотрят на этот слайд, они не знают, какой сейчас закон нарушается. What law is being broken? Какой закон? Кто знает? She's not wearing a helmet. Дело в том, что женщина, видите, она, у нее на голове нет шлема. So I'm going to test today how perceptive you are at reading people. Я так понял, что вы все здесь читающие люди. Don't go there. Oh, you're not allowed to stand forward. Yeah, yeah, I'm going to get shot up the arse. Yeah. Don't translate that, baby. Go there. We're going to have a lot of fun again today, as you can imagine. Сейчас мы с вами опять будем радоваться жизни, как вы уже, наверное, поняли. And we're going to talk about when you're face to face with people, how do you get someone to say yes? И сегодня мы поговорим с вами вот о чем. Когда мы встречаемся с человеком, как сделать так, чтобы он сказал нам «да»? I'm going to talk largely from this book in the first part of the session. Сейчас в начале своего выступления я в основном буду говорить о том, что написано в моей книге «Язык жестов». That is, when you're face to face, what is your body saying to people that communicates messages to make them like you or not like you? Когда вы встречаетесь с каким-то человеком, то какие жесты вы делаете, в результате которых человек приходит к выводу, что вы ему нравитесь, либо наоборот, что вы ему не нравитесь. И вы знаете, основное, что касается этого бизнеса, это то, что фактически здесь ведь речь идет не о продукции. This business is about people. Это бизнес, где речь идет о людях. And if people like you and they buy you, they will buy what goes with you. Потому что если вы нравитесь людям, если они вас ценят, то они купят то, что вы им принесете. So let's talk about when people first see you, how do they decide whether they're going to like you or not? Итак, давайте мы сейчас поговорим вот о чем. Когда человек видит вас впервые, то что он для себя решает, нравитесь вы ему или нет? Here is a picture of Michael Jackson, age 6. Сейчас вы видите перед собой фотографию Майкла Джексона, когда ему было 6 лет. The male human face can make a recorded 70,000 gestures and expressions. Вы знаете, мужское лицо может иметь 70,000 всевозможных выражений лица, которые можно заснять. The average female face can pull around 200,000 expressions. А вот женское лицо может иметь около 200,000 выражений. Now, when you start to have plastic surgery on the face or Botox, it changes the amount of expressions you can make. Дело в том, что когда делают пластическую операцию, когда вкалывают ботокс, то ботокс меняет возможность человека уже делать какие-то выражения, и вы уже меньше их можете делать. And Michael Jackson still insists he didn't have much work done to his face. Майкл Джексон сегодня утверждает, что он не прошел через множество пластических операций на лице. Do you believe him? Вы ему верите? No, okay. Let's have a look.
Давайте сейчас посмотрим. Here he was, age 6, he could probably make around 70,000 expressions here. Итак, здесь ему 6 лет, здесь его лицо может выражать примерно 70 тысяч выражений. Here he is, age 17. А вот сейчас ему уже здесь 17. He said his nose reduced, his lips enlarged, and he's put a sore down the side of his face. Видите, здесь уже нос уменьшен, губы тоже уменьшены, и уже видите другое выражение. Here he is, age 26. А вот это ему 26. It must have been a hot day. Наверное, это был жаркий день. He's put collagen in his chin, he's tipped his nose up, and he's raised his hairline. Здесь, видите, уже ямочка на подбородке, нос поднят и поднят лоб. At this time he can make less than 20 facial expressions. И вот в это время уже здесь сейчас менее 20 выражений лица у него может быть. And this is the reason why the guy never looks happy. He never seems to have any other expressions because he can't make those expressions. И именно это причина того, что этот человек никогда не выглядит счастливым. Это просто потому, что он не может ничего выражать своим лицом, оно у него неподвижное. Here he is, age 45. А вот сейчас ему вот здесь на этой фотографии 45. Maybe he can make 5 or 6 expressions at this age. Возможно, сейчас он у него может быть 5 или 6 выражений лица. Here is a picture of him last week in London. А вот эта фотография уже на прошлой неделе в Лондоне. Michael Jackson was you. Now this is what we've been doing for the last 5 minutes, smiling and laughing. И вот что мы с вами делали последние 5 минут. Мы улыбались и мы смеялись. When you see this image, raise your hand if you like this image. Когда вот вы видите такой смайлик, поднимите, пожалуйста, руку те, кому он нравится. Okay, everybody in the world likes this image. Вы знаете, все люди в этом мире когда смотрят на это, на этот смайлик, он им нравится. In fact, that is the number 5 recognized image in the whole world. И вот, вот этот смайлик является 5-м самым узнаваемым, так сказать, вот самой узнаваемой картинкой в мире, образом. Now, the fact that you put your hand up to say you like it tells you something about yourself. И вы знаете, тот факт, что вы подняли руку, когда я спросил, нравится ли вам такой смайлик, это уже говорит многое о вас. It tells you, it tells you that clearly there's some hardwiring in your brain that this image will affect, that makes you feel good. Дело в том, что вот этот смайлик, да, этот образ, он каким-то образом воздействует на компьютер в вашей голове, и в результате этого воздействия вы себя прекрасно чувствуете, хорошо чувствуете. There are 3 things coming from this image to make you feel positive about. И есть 3 вещи, которые исходят от этого образа, в результате чего вы становитесь таким вот положительным. First, it is round in shape. Ну, во-первых, это кругленький, смайлик кругленький. This is important because human babies are round. Это очень важно, потому что ребенок, ну, малыш человеческий, он кругленький. They have round faces, they have round bodies, they have short round arms. У них кругленькая голова, кругленькое тельце, кругленькие ручки. They look specifically like that to cause a hormone reaction in you, so you will take care of that shape. Дело в том, что вот малыш, да, новорожденный, совсем маленький, он выглядит именно так, потому что, глядя на него, у вас вырабатывается определенный гормон, заставляющий вас заботиться об этом малыше. The next thing it has, let's have a look at it again, is black eyes. Следующее, давайте посмотрим на этот смайлик, у него черные глаза. It pretends that it has dilated its pupil at you. И дело в том, что вот эти черненькие глаза, они как бы являются образом зрачков, которые есть у всех нас. So you think it likes you. И поэтому, когда вы смотрите на смайлик, вам кажется, что вы нравитесь ему. When you look at this image, your pupils dilate back at the image. И когда вы смотрите на этот образ, то вы тоже вот зрачки ваши встречаются зрачками смайлика, и он вам тоже нравится. And it has what we call a smile.
И дальше у этого смайлика, вы видите, есть то, что мы называем улыбкой. This is not human behavior, this is primate behavior. Дело в том, что вот улыбка такая, это не, в общем-то, присуще человеку, а вот приматы, видите, имеют такую улыбку. This expression is hardwired into the brain of primates, including humans. И вот такая улыбка, она на нее очень хорошо реагирует компьютер в голове человека и в голове приматов. So when you see it, it shows submission or playfulness. И дело в том, что когда вы видите такую улыбку, то она означает, что вы повинуетесь и что вам хочется играть. So when you do it at another person, и поэтому, когда вы улыбаетесь другому человеку, their brain receives that you are not threatening. То мозг этого человека воспринимает это следующим образом. Вы не угрожаете ему. Вот поэтому настолько важно, это очень, вот ваша улыбка, это очень важный знак. И каждый раз, когда вы встречаетесь с человеком, с новым человеком, обязательно нужно улыбаться, потому что тогда вы не будете представлять для него угрозу, по его мнению. Now, the reason it's hardwired into your brain is for survival reasons. И вот эта улыбка, она как бы вот там в вашем компьютере сохранена, запечатлена. Почему? Потому что есть причины, которые помогают вам выжить. In other words, if you couldn't recognize the difference between a friendly person and an aggressive person, it would be detrimental to your survival. Дело в том, что если бы вы не умели различать разницу между человеком, который настроен к вам дружественно, и человеком, который настроен агрессивно, то, в общем-то, вы бы, наверное, не смогли бы выжить в этом окружении. And I'm going to talk in this session about five things that are hardwired into your brain for survival that you respond to without awareness. И сегодня я буду говорить о пяти вещах, которые записаны, сохранены в вашем компьютере, в вашей голове, и которые вот как раз помогут, которые помогают нам выжить. И я сейчас продемонстрирую вам, покажу, как работает этот компьютер в нашей голове. Кто этот актер? Хью Грант. Теперь поднимите руки те, кто считает, посмотрев на эту фотографию, что он был счастлив в этот момент, когда его снимали. That's about maybe half. Ага, примерно половина. Raise your hand if you think he was unhappy. Теперь поднимите руки те, кто считает, что он был несчастлив в тот момент. Maybe the other half. Может быть, вторая половина зала. So half you think he's happy, and half think he's unhappy. Итак, половина зала считает, что этот человек был счастлив в тот момент, половина, что несчастлив. So if you meet him, some of you are going to tell him jokes because he's happy, the others are going to feel sorry for him because he's unhappy. И поэтому, если бы вы в тот момент встретились с ним, то та часть зала, которая считает, что он был счастлив, она бы начала шутить с ним, а та часть зала, которая считает, что он несчастлив, начала бы его жалеть. What has happened here is your brain is separating the smile from the other features of the face and reading the smile in isolation. Дело в том, что происходит следующее. Ваш мозг как бы отделяет вот эту улыбку и прочитывает ее в отдельности от остального лица. I'm going to turn his face up the right way now. И сейчас я поверну его лицо, и оно будет правильно расположено. It's the same face. Это одно и то же лицо. But it's affecting the hardwiring of your brain very differently. Но дело в том, что вы воспринимаете, ваш мозг воспринимает это лицо по-разному. И если вы скептически настроены, поверните голову и посмотрите снизу. Видите, что происходит? Дело в том, что ваш мозг действительно отделяет эту улыбку от лица и отдельно рассматривает. So it's important to practice looking happy. Поэтому очень важно практиковаться в том, чтобы выглядеть счастливым. Which in basic animal terms is being non-threatening. А если мы будем говорить в терминах животного мира, то это означает выглядеть неопасным, не угрожающим. Now with body language, the message is in the receiver of the message more than in the person who sends it.
И вы знаете, вот когда мы говорим о жестах, то в основном вот это послание, которое как бы мы отправляем определенным жестом, оно рассчитано, и оно принимается тем человеком, который на нас смотрит. То есть это его, как бы для него специально, а не для того, кто этот жест делает. Okay, watch carefully what I say, and I'm going to ask you to respond to how you feel about me. Итак, сейчас вот я буду говорить, и я хочу, чтобы вы ответили мне, как, что вы чувствуете по поводу моих слов, как вы их воспринимаете. Let's assume that you've just said to me, Alan, will you join my business? Давайте мы сейчас представим, что вы только что меня спросили, Алан, ты подключишься к моему бизнесу? And here is my response. И вот мой ответ. I think it's a very good business. Я думаю, что это очень хороший бизнес. I think it's a very good business. Да, я думаю, это очень хороший бизнес. Raise your hand if you don't trust me. Пожалуйста, поднимите руки те, кто не доверяет мне сейчас, не верит в то, что я говорю правду. So nobody here trusts me. Так, послушайте, что это такое? Мне вообще никто, получается, не доверяет. But I just did this. Но дело в том, что я всего лишь нос свой подергал. В чем дело, граждане? You don't trust me. И мне уже не доверяют. See, it doesn't matter why I did it. И видите, не имеет значения, почему я это сделал. Why could I have done this? What could this mean? А что такое? Почему я не должен был нос потирать или дергать? Что такое? В чем дело? Itchy nose. Дело в том, что у меня просто нос чесался. Got a cold, maybe. Может быть, у меня простуда. It doesn't matter why I did it. И не имеет значения, почему я это сделал. You made a decision. Don't trust me. Вы уже приняли для себя решение не верить мне. So this tells you when you are presenting the business, never touch your face. Поэтому, когда вы презентуете свой бизнес, показываете свой бизнес, никогда не дотрагивайтесь до своего лица. If you say it's a good business and you should join. Если вы говорите, это прекрасный бизнес, тебе следует подключиться. No one's gonna believe you. И после этого вы трете нос, то вам никто не поверит. So what happens if you live with or work with somebody who always looks unhappy? И вот что происходит, если вы живете с человеком или работаете с человеком, который всегда выглядит несчастным? It's been scientifically demonstrated these people have a negative effect on your health. Уже доказано учеными, что такие люди очень отрицательно влияют на ваше здоровье. Итак, если вы постоянно находитесь в присутствии людей, которые несчастливы, то это очень отрицательно влияет на ваше здоровье. So try this. Поэтому get two rubber bands and two paper clips. Здесь мы видим две резиночки и две, как они называются, скрепки. Make it like this. Вот, можно их так соединить. Then you connect it to their face. Ой, а потом мы, видите, присобачиваем это дело на голову и растягиваем рот. Now, before reading any gestures, you've got to look for what we call clusters, groups of gestures. Но прежде чем расшифровывать какой-нибудь жест, пожалуйста, обратите внимание на группу жестов. So, for example, if I said it sounds like a good business. Если, например, я говорю, ну, в общем-то, это похоже действительно на хороший бизнес, да. Now, there's not really enough information for you to make an accurate determination about my attitude, is it? То дело в том, что когда я вот это вот делаю, то для вам, в общем-то, недостаточно сведений для того, чтобы понять мое отношение. So to get a more accurate reading, you need to take at least three gestures in what we call a cluster. И дело в том, что для того, чтобы меня правильно как бы прочитать мое отношение, нужно рассмотреть по крайней мере три моих жеста, то, что мы называем группа жестов. So here's how it would look. И вот как это будет выглядеть. It sounds like a good idea. В общем-то, похоже, что это хорошая мысль. It certainly looks very impressive. И действительно, это вот очень-очень здорово выглядит. I feel sure I'll join. И, в общем-то, я совершенно уверен, что да, я подключусь. I'll call you Monday. Я позвоню вам в понедельник. And I want to thank you very much for having me, sir. И я очень хочу вас поблагодарить за то, что вот вы вообще меня выслушали. And I thank your wife. И я благодарю вашу жену. Aggression. Aggression. So we're looking for clusters of gestures. Итак, мы смотрим не на один жест, мы смотрим на целую группу. Here is another hardwired expression.
Вот еще одно выражение лица, которое в компьютере записано. Вы поднимаете брови, немножечко там держите и опускаете. Обезьяны, шимпанзушки всякие, шимпанзе, они тоже это делают. Now what it communicates is, I see you and I acknowledge that you are there. Что означает этот жест? Он означает, я тебя вижу, я признаю, ты там. Now combined with a submissive fear face, it becomes a cluster of acceptance and non-threatening. И fear face. И когда, значит, вы вот делаете такое выражение, вот видите, то вместе с вашими бровями это создает группу жестов, которые оказываются, ну, я вижу, ты там, я это признаю, и я тебя не боюсь. Да, и вот сейчас я немножечко, в общем-то, поиграю, чтобы вы представили, что я имею в виду. Если бы мы с вами проходили мимо друга вот там в зале, то мы бы, наверное, сделали следующее. Это выглядит следующим образом. Just like monkeys and chimpanzees. И вы знаете, вот обезьяны, шимпанзе, они вот точно так же делают, точно. But if I come to your home to listen to a presentation, and when I come through the door, I say, "Hello, I'm Alan." И когда я приду в ваш дом для того, чтобы послушать презентацию бизнес-плана, я войду и я скажу: «Здравствуйте, я Алан», руку протяну и вот поулыбаюсь вам. And your response is like this. И ваша реакция будет следующей. Welcome. Заходите. I'm not going to feel happy or comfortable being in your home. И вы знаете, я тогда почувствую, что меня, в общем-то, здесь не очень ждали, и я не буду очень счастлив у вас в доме. Поэтому практикуйте, вот, тренируйтесь в улыбке. Вот еще один жест, который записан в нашем компьютере. Что можно сделать вот с ладошкой? I'm going to present the business to you as a group in a moment. Итак, через минуточку я вам представлю свой бизнес. And I want you to feel relaxed and interested in what I say. И я хочу, чтобы вы чувствовали себя свободно, чтобы вам было интересно то, что я буду говорить. Now, whether it's one-on-one or whether it's with a group, I need to be non-threatening. И показывали ли я план только одному человеку или группе людей, все равно я должен выглядеть так, чтобы человек не воспринимал меня как угрозу. И сейчас я скажу одну и ту же фразу вам три раза. И каждый раз я при этом буду сопровождать эту фразу другим жестом. И я хочу, чтобы вы consciously noticed how you feel about me. И я хочу, чтобы вы сознательно задумались, как в каждый момент, при каждом жесте вы себя чувствуете в моем присутствии. Okay, demonstration number one. Итак, первое. Now, I'm going to ask the people who are sitting in these seats over here. Я бы хотел попросить людей, которые сидят вот там. I'll ask you to come and sit here in a moment, please. Я попросил бы вам через секундочку перейти и присесть вот там. And the people here, you can take these seats here. А вы, сидящие там, пожалуйста, пересядьте вот сюда. And the people in the back, I'll ask you to come to the front. А те, кто сидит сзади, пожалуйста, подойдите и сядьте впереди. Now raise your hand if you feel okay about my request. И, пожалуйста, поднимите руки те, кто чувствует, что, в общем-то, это предложение было сделано нормально. Кто воспринял его хорошо? Okay, then this tells you that what I'm doing is affecting the hardwiring of your brain, so you feel okay about me. Итак, то, что я сейчас делаю, это следующим образом воздействует на ваш компьютер, что вы чувствуете себя нормально по отношению ко мне. Would that be right? Это так? Yeah. This is a very ancient human signal. Дело в том, что ладонь — это очень древний такой вот сигнал, который делал человек. And monkeys and apes use it too. Человекообразные обезьяны и нечеловекообразные, но обезьяны, они тоже делают такие движения. И это показывает, вот такой жест показывает, что у меня в руке ничего не спрятано и под рукой тоже. Which tells the hardwiring of your brain, I will not threaten or intimidate you.
Это означает, ваш компьютер, да, ваш мозг воспринимает это следующим образом. Так, он ничем мне не угрожает, он не представляет для меня опасность. So now when I welcome you to my home, here's how it looks. И теперь, когда я приветствую вас в своем доме, это выглядит следующим образом. Hello, Gennady, how are you? Come on in. Come in and take a seat. Здравствуйте, Геннадий. Заходите, пожалуйста, присаживайтесь. Yeah, I'm overacting to make the point. Может быть, я сейчас немножко переигрываю, но я это делаю специально. Да, в общем-то, я так не делаю, потому что это напряженно. Да, пожалуйста, присаживайтесь. А теперь давайте попробуем второй жест рукой. Итак, те же слова, тот же тон. Я хочу попросить людей, сидящих вот здесь, пожалуйста, пересесть вон туда. А те, кто сидит там, пожалуйста, пересядьте сюда. А те, кто сидит сзади, пожалуйста, сюда перейдите и сядьте вот здесь. И теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь. Каковы ваши ощущения, когда я вот так вам показываю и говорю? Итак, что вы чувствуете? It's a command. Who feels like I'm giving you a command? Итак, кто чувствует себя так, как будто бы я команду какую-то подаю? So does this mean I only have to change my hand from up to over, and your entire attitude about me alters? Is this right? И правильно ли я понял, что вот просто то, что я повернул ладошку вот отсюда вот так, и уже ваше отношение ко мне полностью поменялось? Это я правильно понял? That's what happens. Да, именно так и происходит. So my question to you is, when you present to one person, to a group, what is your dominant hand position? И поэтому мой вопрос к вам: когда вы показываете свой бизнес одному человеку или группе людей, то ваша рука, в общем-то, основной жест, который вы ею делаете, какой? Такой, такой, какой? Let's try the third example. А сейчас, пожалуйста, третий пример. I'm going to ask the people in these seats here. Я бы попросил вот людей, которые сидят вот там, на этих местах. Please come and sit here. Пожалуйста, перейдите и сядьте вот там. The people here, if you can sit there, please. А те, кто сидит там, пожалуйста, перейдите и сядьте вот там. The people at the back, come forward, please. А те, кто сидит сзади, пожалуйста, подойдите and sit here. И сядьте вот здесь. Give me a word to describe what you're feeling with this. И, пожалуйста, теперь скажите мне, каковы ваши ощущения, вот, когда я тут вот пальцами вас тыкаю? A polite word. Да, ну, в общем-то, причем я попрошу повежливее выразиться. Мы приличные люди. Пожалуйста. This is a directive, isn't it? Дело в том, что вот это уже указание, не так ли? You don't have a choice. И у вас уже нет выбора. This says, do it or else. Вот такой вот палец выставленный показывает так, или это делаешь, или... So what is your main position when presenting the business? Итак, поэтому какой жест у вас основной, когда вы представляете свой бизнес? Because one of these three is your main position right now. Потому что один из этих жестов, или такой, или такой, или этот, и является тем доминирующим жестом, которым вы пользуетесь. What we discovered is when you present the business with your palm mainly in up position. You present the business plan with your palms in up position. Like this. Дело в том, что когда вы представляете бизнес и ваша ладошка вверх, вот в таком положении, the audience can recall up to 40% more than when your palm is in the down position. То аудитория, которая вас слушала, потом может вспомнить на 40% больше информации, чем та аудитория, с которой вы разговаривали и ладонь была так. And when people are asked to describe what they remember of you. И когда людей спрашивают, ну, как был выступающий, что ты запомнил о нем? With the palm up, they remember you as easygoing, friendly, and polite. И если вы выступали и делали жест рукой вот такой, то они скажут, ну, очень хороший человек, очень такой дружелюбный, очень милый. With the palm down, they remember you as a bit authoritative and pushy. Когда же вы держите ладонь так, руку так, то они говорят, ну, в общем-то, он какой-то такой вот авторитарный и вот такой вот жесткий. And with the finger-pointing presentation, they recall up to 60% less. Когда вы выступаете вот пальцем вот так вот указываете, указующий перст у вас, то в этом случае они запоминают на 60% меньше. And they begin to describe you as more rude, aggressive, and arrogant. И они уже описывают вас как грубого, как высокомерного.
So what happens if you suddenly discover today that you are a finger pointer? Итак, что происходит, если вы сейчас обнаруживаете и понимаете, что вы как раз вот тот человек, который указывающий перст использует? Если вы сейчас поняли, что вот именно это основной жест, которым вы пользуетесь, то тогда вы должны немедленно его изменить, поменять этот жест, для того, чтобы аудитория воспринимала вас значительно лучше. И поэтому просто вот держите руку открытой, когда вы выступаете, когда вы говорите. And people find you very easy to watch, very easy to listen to, and are more likely to be persuaded to say yes. И тогда люди будут воспринимать, что вас легко слушать, и что вас приятно слушать, и что вам хочется сказать «да». So when you address members of the audience, you do it like this. И поэтому, когда вы обращаетесь к людям, сидящим в аудитории, вы это делаете следующим образом. So this gentleman, okay. This gentleman here, what's your name, please? Как вас зовут? Как? Валерий. See, when I do this, he answers, he's happy to answer. Видите, когда я это делаю так, когда я спрашиваю имя, то он отвечает, и он счастлив, он рад ответить. Yes, sir, you have a question? Да, у вас есть вопрос? As opposed to, yes, sir, you have a question? И, понимаете, можно ведь это было сказать и так. Да, сэр, у вас вопрос? This is just a suggestion. Это просто предположение. See, when the body language conflicts with the words, we make our decision on what we see, not what we heard. Дело в том, что когда наши слова расходятся с нашими жестами, то мы с вами принимаем решение, основываясь не на словах, а на жестах. See, many of these gestures we share with other primates. Дело в том, что приматы, вот другие приматы, они тоже имеют все эти, делают все эти жесты, что и мы. So what is this guy thinking? Как вы считаете, вот этот молодой человек, о чем думает, если он молодой человек? But what he's doing is watching other apes fighting over bananas. Дело в том, что он сейчас наблюдает, как другие человекообразные дерутся из-за бананов. And he's deciding. What's the best time to rush in and grab them when they're not looking? И он в этот момент думает так: и когда же это ж мне вот это вот вмешаться, когда они там отвлекутся, а я прибегу, схвачу бананы, сожру. The same as this guy. То же самое и вот этот товарищ, видите? The same as this man. И вот этот. When asked about Monica Lewinsky, he did this 24 times. Дело в том, что когда ему задавали вопрос о Монике Левински, он 24 раза вот так вот ручки складывал и пальчики. Now these two famous ice skaters. Вот эти вот знаменитые фигуристы. It's Torvald and Dean. Torvald and Dean were their names. They're the most famous ice skaters in history. Это, в общем-то, они выступали когда-то давно. Torvald and Dean. И Dean. Figure skaters. Да, это фигуристы. Now they won fame, money, and glory by copying each other's body language on the ice. Дело в том, что они заработали очень много денег, и они были очень знаменитыми, благодаря тому, что они полностью копировали язык жестов друг друга на льду. Now, this is very basic animal behavior called mirroring. Вы знаете, вот такое поведение – это как бы основной тип поведения животных, и это называется зеркальное отражение. That is, we copy the gestures, movements, and positions of people that we like, admire, and respect. Это означает, что мы копируем жесты, положение тела, движения тех людей, которые нам нравятся. So when we're with people that we have a rapport, we sit, stand, and move the same way. И когда мы находимся вместе с людьми, с которыми у нас есть симпатия, есть контакт, то мы сидим, мы стоим, мы двигаемся точно так же, как они. Okay, so if everybody just freeze your position, don't move. И сейчас, пожалуйста, все замерли, как в детской игре. Никто не двигается. With this camera, shine it on these people here. Пожалуйста, камера, вот направьте. Так, Тамара, почему изменила положение? With three women sitting the same way. Дело в том, что сейчас вот три дамы у нас сидели совершенно одинаковые, видите, положение занято. Дело в том, что они чувствуют то же самое по отношению к тому, что говорится со сцены. И посмотрите вот на другие столы, и вы увидите, что люди, сидящие за этими столами, они копируют друг друга в том случае, если у них хорошее взаимоотношение. So this now becomes a strategy.
И это таким образом может стать стратегией. If you want people to feel comfortable and relaxed with you, если вы хотите, чтобы людям было приятно с вами, чтобы они чувствовали себя свободно, you mirror their behavior, you copy. То вы копируете, вы зеркально отражаете их поведение, их жесты. Because if you really like them, that's what you do anyway. Потому что если вы действительно любите, если вам действительно okay. нравится этот человек, let's get то these, вы отражаете его движение. Here, there we go. Еще раз сюда, пожалуйста. Perfect. Прекрасно. So whatever they do, if they stand like this, you stand like this. И если человек стоит вот так, то и вы становитесь точно так же. If they change to this, you change to this. Если человек становится вот так, и вы точно такую же позицию занимаете. If they nod when they talk, you nod when they talk. Если этот человек кивает головой, когда он разговаривает, вы тоже начинаете кивать головой. And very soon they say there's something about you I like. И очень скоро этот человек замечает, ага, смотри, а этот человек похож на меня. What they like is they see their own attitudes reflected in you. И что нравится этому человеку? Ему нравится то, что его собственное отношение и поведение отражается в вас. Now, women are very dynamic at mirroring. Вы знаете, у женщин вот это вот зеркальное отражение получается очень хорошо. When a woman starts in a new job in an office with other women, she immediately starts to copy and mirror their gestures and their tone of voice. Для того, чтобы когда женщина начинает работать в офисе, ну пришла на работу, новая работа, то она немедленно, моментально начинает копировать жесты, тон голоса тех дам, которые работают вместе с ней. And she does this to fit in and create rapport with the other women. И она это делает для того, чтобы установить контакт, правильный контакт, хороший контакт с этими остальными. Работающими там женщинами. And this is such a strong effect in women that I'm going to say something in that right now that most men have never heard. И вы знаете, вот это очень такой вот сильная сторона женщин, и я сейчас скажу то, чего большинство мужчин раньше не слышали. That when women work together in an office for more than 60 days. Если женщины вместе работают в офисе более 60 дней, they not only mirror their gestures and their tone of voice and expressions. Они не только зеркально отражают, копируют движения, жесты, тон голоса. They also mirror their menstrual cycles. У них даже совпадают точно. У них даже совпадают менструальные циклы. Ladies, yes or no on this, please? Дамы, подтвердите? Most men have never heard this. Правда? Большинство мужчин этого даже не знают. I have an office full of women in my office. У меня в офисе полно женщин. And for me, this is the week. И вот для меня именно вот эта неделя, менструальная неделя. I'm here with you, so it's a good week. А я уехал, я сейчас нахожусь здесь, поэтому я избежал этого. But this is absolutely true. Вы знаете, это действительно правда. One week of every month in my office, I cannot make a right decision. Вы знаете, на протяжении одной недели в своем офисе я не могу принять ни одно правильное решение. Oh, that'll never work, Alan. We tried that. No, that's no good. Так, Алан, нет, это не сработает. Мы уже это пробовали. Нет, это нехорошо. What, do you think I look fat? Ты что считаешь, что я выгляжу толстой? One week of the month. Вот это вот продолжается одну неделю в месяц. And I discovered the difference between a woman with PMT and a terrorist. Я обнаружил, чем отличается женщина, у которой менструация, от террориста. You can negotiate with the terrorist. Дело в том, что с террористом вы можете вести переговоры. Here is a shot from a film clip of Prince Charles, age 12, with his father. Дело в том, что вот это из документального фильма, один кадр, здесь принц Чарльз с отцом. They walk in step, they walk on the same leg, they swing their arm the same way, they make the same head movements and have the same expressions. Видите, смотрите, у них длина шага одинаковая, рука также, выражение лица одно и то же, скорость движения одинаковая. These two always argued about weapons of mass destruction. Вот эти два товарища постоянно спорят насчет оружия массового уничтожения. But off camera, they always walk in step, talk in step, smile the same way, use the same gestures, dress the same way. Но дело в том, что когда за ними не следит камера, то они одинаково одеваются,
одинаково двигаются, делают одинаковые жесты, улыбаются одинаково, и их интересуют одни и те же вещи. Like и это говорит о том, что на самом деле они очень хорошие друзья, и они любят друг друга. Вот это еще один пример прекрасных друзей. They walk the same, talk the same, move the same fingers when they speak. They sit and cross their legs the same way. Видите, они сидят в одинаковой позе, рука у них одинакова, они говорят одинаково, то есть у них все одинаково. He mirrors her more than she mirrors him. И в данном случае он гораздо больше отражает ее, чем она его. Which shows that she has more power in that relationship. И это показывает, что она в данном случае ведущая в их взаимоотношениях. He defers to her more often than she defers to him. И дело в том, что defers, yeah, he gives her credit. Дело в том, что вот она именно ему предлагает, он принимает, то есть она первая, кто делает какой-то шаг, то есть у нее в этом взаимоотношении ведущая, лидирующая роль. The body language of Clinton shows they have mutual respect and they are very close friends. И вот, вот это вот язык жестов, да, который в данном случае мы видим со стороны Клинтона, показывает, что они очень хорошие друзья, и что здесь мы видим большое уважение друг к другу. Но дело в том, что вот никаких сигналов о каких-то интимных взаимоотношениях между этими двумя людьми мы не видим. И он не получает никаких интимных сигналов с ее стороны. These two are getting plenty. Вот эта пара, наоборот, у них очень много вот таких вот сигналов, говорящих об интимных отношениях. That's Prince Charles and his new wife, Camilla. Да, это принц Чарльз и его новая жена Камила. When they walk on the same foot, they move their head the same way, they have the same expressions, gestures and movements. Когда они идут, то опять же длина шага одинакова, выражение лица одинаковое, руки движутся одинаково, то есть жесты совершенно все одинаковые. These two people are naturally in sync with each other and should have been married the first time round. Дело в том, что это люди, которые, можно так сказать, были созданы друг для друга, и они должны были пожениться еще тогда, давно. In fact, they're beginning to look like each other. Вы знаете, они даже начинают быть похожими друг на друга. Have you noticed when couples get older, they start to look like each other? Вы обращали внимание, когда супружеские пары достаточно долго живут друг с другом, то они начинают быть похожими друг на друга. That's because as one makes a gesture or expression, the other copies. Это происходит потому, что когда один делает какое-то предположение, улыбается, какое-то движение делает, второй немедленно копирует это. So over a period of years, they begin to build muscle in the same area of the face, so they begin to physically look like each other. И с годами просто у них развиваются одни и те же мышцы лица, и в результате они даже физически начинают походить друг на друга. You've probably seen this happen. Вот, видите, что даже вот здесь происходит, видите? Then they buy a dog that looks like both. Дело в том, что когда они уже становятся друг на друга похожи, они покупают собаку, которая похожа на них обоих. Who believes that we unconsciously select pets that look like us or reflect our attitudes? Who thinks we do? Кто считает, кто верит в то, что мы подсознательно выбираем себе домашних животных, которые на нас похожи? About 25 years ago, I did a very famous dog food commercial in America. Вы знаете, 25 лет тому назад я сделала очень известную рекламу собачьей еды в Америке. We asked people to send us pictures of their pets if they thought they looked like their pets. Мы попросили прислать, попросили аудиторию людей прислать нам фотографии своих домашних животных, если они считают, что домашние животные на них похожи. That is, they mirror their pets. То есть, что они, получается, зеркально отражают своих животных. Here is a picture of Donald Trump's dog. И вот сейчас фотография, фотография собачки Дональда Трампа. Посмотрите. Это Дональд Трамп? That's his dog. Yes, I understand. How about this? Вот. What do you think? Now what are we going to talk about? Oh my God. I feel better now if I'm on. I feel more comfortable on that.
Now we're going to talk about, now that you have a series of body language skills you're going to use in your presentation. Итак, сейчас мы с вами поговорили о жестах, которые вы можете использовать в своей презентации. I'm going to talk about what you can do or say in front of people to be convincing and persuasive. Сейчас я буду говорить о том, что вы можете сказать или сделать перед людьми для того, чтобы выглядеть убедительными и для того, чтобы вы могли уговорить их. And I make you a promise with this next session. И я сейчас хочу сделать, дать вам обещание. The promise is if you do exactly what I show you. Если обещание следующее, если вы будете делать точно то, что я вам говорю сейчас, I mean exactly, you don't change it. Я имею в виду точно то, что я говорю, ничего не изменяйте. You don't change for 14 days. И не изменяйте это на протяжении 14. На протяжении 14 дней. Because after 2 weeks you get bored hearing yourself say the same thing. Потому что через 2 недели вам надоест слушать, как вы говорите одно и то же. You may say things differently, but you stick with the principle of what I'm going to show you. И вы можете тогда уже говорить немножечко по-другому, но все равно придерживаться того принципа, который я вам покажу сейчас. The promise is that you will get greater results from this than anything you have ever dreamed possible. И мое обещание в том, что вы получите благодаря этому гораздо лучшие результаты, чем те, о которых вы когда-либо не читали. I don't make that claim lightly. Вы знаете, я не даю это обещание просто так, бездумно. I'd say that because for the last 20 years in the multi-level marketing business, this has been a large part of what I've been responsible for doing. Дело в том, что на протяжении последних 20 лет в сетевом маркетинге именно то, что я вам сейчас покажу, было очень значительной частью того, что происходило. I wrote a book about this for Amway. Я написал эту книгу для фирмы Amway, именно вот о том, что я сейчас собираюсь говорить. Я не уверен, что эта книга действительно, вот, в общем-то, та, что я написал. Может, это пиратская книжка? Ну, она непонятно откуда взялась. Вы знаете, я просто хочу сказать вам, тот принцип, который я вам сейчас покажу, он приведет вас к таким результатам, о которых вы никогда не мечтали и не представляли. Okay, now let's assume that you're face to face with a person or maybe a group. It can be either one person or maybe a group. Итак, представляем себе, что сейчас мы находимся с вами лицом к лицу с одним человеком или с группой людей. It doesn't matter whether you're with a group or one to one. It works exactly the same way. Дело в том, что независимо от того, перед вами один человек или группа, работает этот принцип совершенно одинаково. What I'm going to show you is very simple. То, что я вам собираюсь показать, очень просто. It doesn't cost you anything, and you can do it today, immediately. Ничего вам это стоить не будет. И вы можете уже сегодня начать это практиковать. Итак, гарантирую вам, что если вы будете это делать именно так, как я вам сейчас покажу, результаты будут такие, что голова пойдет кругом. Давайте мы поговорим о тех основах, которые контролируют этот бизнес. There is a law that controls every business that has any product or service. Дело в том, что существует закон, который контролирует любой бизнес, где речь идет о каких-то услугах или выпуске продукции. This law is called the law of averages. Это закон средних чисел. That is, there is a ratio that applies to every person in this room. Это тот коэффициент, та пропорция, которая будет работать для любого человека, который сидит или стоит в этом зале. Now I'm talking here about presenting the business and getting a bottom line result. Я сейчас говорю о представлении бизнеса и о получении вот очень хороших результатов. Большинство людей не знает, какой их личный коэффициент, соотношение какое. So it's important that you keep a record of how many presentations you make. Поэтому очень важно записывать и следить за тем, то есть иметь данные о том, сколько именно раз вы представляете бизнес свой. How many people you see? Сколько человек приходит? How many people say yes and join the business? Сколько человек говорит «да» и включается? How many people buy the product, but don't join the business? Сколько человек начинает покупать продукцию, но не делает этот бизнес? How many people say they're going to start, but they don't start?
Сколько человек обещает, все, начну, все, включаюсь, и никогда этого не делает. And that will give you your personal ratio, which will determine how successful you'll be. Вот именно такие подсчеты покажут ваш личный коэффициент, ваше личное соотношение, и покажут вам, насколько успешны лично вы. I learned this as a young 10-year-old boy. Познал это, узнал об этом, когда мне было 19 лет. I was selling rubber sponges, you know, the rubber sponges, washing them door to door. Дело в том, что я в те времена продавал резиновые губки. И я ходил от дома к дому и продавал их. I came from a poor family in state housing in Australia. Я, в общем-то, родился в бедной стране и... Да, и мы жили не в собственном доме, мы жили в доме, которое нам дало правительство, и это было в Австралии. My father was a salesman. Мой отец тоже был продавцом. And he said, Alan, he said, if you can knock on doors and convince people to say yes, you can make a very successful living. И он сказал мне, Алан, если ты заставишь себя, если ты сможешь постучать в дверь дома и предложить свой товар и продашь его, то ты сможешь очень хорошо жить и ты достигнешь успеха. So these rubber sponges, so I sold them for 20 cents each. Я продавал эти резиновые губки за 20 центов, то есть стоимость одной губки 20 центов. And I could sell about one in four. For every four doors I would knock on that would open, one in four people would give me 20 cents. Итак, я мог продать примерно одну губку на четыре дома. Что это значит? Я стучал в четыре двери, и вот в одной из этих дверей мне домов мне открывали дверь и покупали губку. What I discovered was if I knock on 10 doors after school. И я обнаружил, что если я буду стучать в 10 дверей, four doors would open. Четыре двери откроются. I would attempt to show my sponge. Я постараюсь показать вот эти губки, которые я продавал. One person said yes, gave me 20 cents. И один человек говорил да и давал мне мои 20 центов. So every time my knuckles hit a door, every 10 times my knuckles hit a door, I earned 20 cents. И поэтому каждый раз, когда костяшки моих пальцев касались двери дома, я зарабатывал 20 центов. So now I was no longer concerned with selling sponges. И когда я это все понял, то меня уже больше не волновал сам процесс продажи губок. The real question I had was, how quickly can I knock on 10 doors? И самый главный вопрос, который меня беспокоил, это был, сколько времени мне нужно, насколько быстро, да, я могу это сделать, то есть постучать в 10 дверей. Because it didn't matter whether the door opened, it didn't matter whether they invited me in, and it didn't matter whether they said yes or no. Потому что уже не имело значения, откроется эта дверь, пригласят ли меня войти, и скажут ли мне да или нет. Does this make sense? Вы понимаете, о чем я? Every time my knuckles hit a door, I made 2 cents. Дело в том, что каждый раз, когда я стучал в дверь дома, я зарабатывал 2 цента. Now, anybody else who was selling a sponge was concentrating and focusing on the sponge. Все другие, кто продавал эти губки, их основной, так сказать, интерес и главный акцент их внимания был обращен именно на губки. They wanted someone to buy the sponge. И они хотели, чтобы кто-нибудь купить эту губку. My dad said, "Forget the sponge, knock on 10 doors." Но мой папа сказал мне, забудь ты об этих губках, стучи в 10 дверей. And out of those 10, one person will say yes and give you 20 cents. И один из десяти вот домов, да, людей, которые живут в этих десяти домах, скажет тебе да. So after school, I began hitting as many doors as quickly as I could hit. И когда заканчивалась школа, я бежал и начинал стучать побыстрее в большее количество дверей. Because I knew every time my knuckles hit the door, I made 2 cents. Потому что я понял, я знал, что ага, костяшки пальцев уже коснулись двери дома, все, 2 цента мои. I didn't care about sponges anymore. I cared about hitting the door. Поэтому меня уже не интересовали эти губки, меня интересовало то, чтобы стучать в двери. After 3 weeks, I had to wear gloves to stop calluses on my knuckles. Через 3 недели мне пришлось одевать перчатки, потому что костяшки пальцев у меня уже были в мозолях от вот этого вот постоянного стучания. Есть такое слово? Стука в дверь. Then I joined the life insurance business at age 20. Когда мне исполнилось 20 лет, я стал продавать страховку. And it's exactly the same. И там точно тот же принцип.
Here is a typical example of a statistic. Вот сейчас типичный пример – это статистические выкладки. This was my personal statistic. Это была моя личная статистика. It meant that for every five people that said, yes, Alan, I will listen to you present your business. Это означает, что из каждых пяти человек, которые мне отвечали, да, Алан, я послушаю о чем о бизнесе, который ты ведешь. So I had five appointments to go and see five people. Итак, у меня было назначено пять встреч, и мне надо было встретиться с пятью людьми. On average, one in five wasn't there when I arrived. Когда я приходил, в среднем одного из них не оказывалось дома. Они либо не открывали мне дверь, или просто не хотели меня видеть, или уехали куда-то. So out of five people, I would eyeball and see four. Итак, из пятерых я видел, то есть у меня контакт был уже глаза в глаза только с четырьмя. Of the four, I could successfully tell my story to three. Из четырех людей до конца успешно свою историю я мог рассказать только трем. Потому что один из четырех просто не хотел слушать. Listened, yes. Из трех, кто слушал, один говорил «да». So now my focus became not who is the one person who will buy. И поэтому теперь мое основное внимание было не на том, кто же этот один человек, который купит у меня страховку. My focus was how quickly can I get five people to say yes to an appointment. И теперь моей главной задачей стало, насколько быстро я могу сделать так, чтобы пять человек согласились встретиться со мной. So now my whole focus is dedicated to seeing groups of five people. И теперь основное мое внимание было на том, чтобы встретиться и поговорить с группами из пяти человек, ну по очереди. So at age 21, I sell $1 million of insurance in 1971. В 1971 году, когда мне было 20 лет или 21 год, я продал уже страховок на $1 million. This becomes a record. И это стало рекордом, это стало Now, as известно. As a result of this, they invite me to go to conferences like this to talk about how do you sell $1 million of insurance. И в результате этого меня стали приглашать вот на такие семинары для того, чтобы я рассказал, как мне удается продавать вот такие страховки. I said, well, simple. You knock on five doors. И я всегда говорил, это все очень просто. Вам нужно постучать в пять дверей. You have five appointments lined up. У вас должно быть назначено пять встреч. Only four will see you because 20% don't turn up. Только четверо встретятся с вами, потому что 20% просто не приходят на встречу. Of the four you see, one won't listen to you. You only present to three. Из четырех, которые все-таки с вами встретятся, один слушать с вами вас не будет, и у вас останется только трое. And of the three that you tell your story, one says yes. И из трех, кому вам удастся рассказать свою историю, один скажет да. Now, the secret is, how quickly can you see five people? И поэтому секрет в том, насколько быстро, сколько времени вам понадобится, чтобы встретиться вот с этими пятью людьми. Most other people in this business would see five people, five appointments every two weeks. Многие из других работников, продававших страховку, они встречались с пятью людьми через две недели, каждые две недели пять человек. I became so organized I could have five appointments every day. Я настолько организовал свое дело, что у меня было каждый день пять встреч. And it's exactly the same for your business. И вот тот же принцип подходит и к вашему бизнесу. If you go looking for people to join your business, если вы ищете тех людей, вот ходите и ищете, ну кто же включится в мой бизнес, подключится, you can't see any. То тогда вы знаете, вы, в общем-то, никого не найдете. You don't know who they are, true or not. Потому что вы ведь не знаете, кто эти люди, это правда? Think of the times you've seen someone you thought that they would be wonderful in the business, but they were a dismal failure. Наверное, все из вас могут вспомнить, когда вы презентовали, показывали свой бизнес какому-то человеку, и вы думали, ну все, ну вот этот просто гений, ну вот этот будет так работать. И в результате это была такая, в общем-то, ерунда в результате получалась, да? And then other times you meet someone who maybe they're not a good dresser, maybe they don't look right, but suddenly they blaze trails.
Но бывали и другие случаи, когда вы показывали бизнес какому-то человеку, и одет он был не так, и выглядел он не так, и вообще весь был не тот, но в результате потом давал такой старт бизнесу, что вы удивлялись. Здесь вот ключевой момент в том, чтобы искать не одного человека, а чтобы назначать вот эти 5 встреч. Для того, что если ваша цель 5 встреч, то один уж обязательно придет. Let's have a look at an Amway statistic. Давайте сейчас посмотрим на статистику Amway. 10-7-4-2. Это означает, что из 10 человек, которые согласятся выслушать вашу бизнес-презентацию, they say, yeah, I'll come to your home and I'll listen, they say. Они скажут вам, да, я к тебе приду и послушаю. Three don't come. Трое не придут. Seven turn up. И придет только 7. Let's have the statistic again. Давайте покажем опять. Of those seven, four say, yes, please, this business is for me. Из этих семерых четверо скажут, о да, это бизнес как раз для меня. And two actually make the grade. И только двое действительно начинают заниматься. What is the most important number in this statistic? И вот в этих данных статистических какая цифра самая главная? Ten. Ten. Most people are looking for the two. Вы знаете, большинство людей будут смотреть на цифру 2. Don't look for the two. Не ищите, не концентрируйтесь, не обращайте свое главное внимание look на цифру 2. Самая главная цифра здесь 10. Every 10 times someone says yes, two people finish up in your business. Вы знаете, вот из каждых 10 вот, 2 человека приходят в ваш бизнес. So here's what happens. Итак, вот что происходит. You invite 10 people to come to a meeting. Вы приглашаете 10 человек, чтобы они пришли на встречу. And three don't turn up. Трое не появляются. Now, if you don't understand statistics, если вы не понимаете статистику, вы скажете, о боже, ну что же произошло? I'm depressed. Ну неужели они меня не любят? Ну неужели я им не нравлюсь? Все, я в депрессии. 7 people say they will join. 7 человек говорят, все, вступаем. But four actually get started. Но на самом деле начинают бизнес только четверо. And you say, what happened to the three? Didn't they love me? Couldn't they work hard enough? И вы говорите, о боже, ну что же случилось с остальными тремя? Ну неужели я им не нравлюсь? Ну неужели они не могли работать нормально? Only focus on the 10. Но ваше главное внимание должно быть на вот этой цифре 10. The two will appear. Потому что из этой цифры будут 2 человека, и они действительно будут работать. Now, in this business, you don't have to think about what to do or say, because there are people in your upline who know what to do or say. Вы знаете, дело в том, что вам не нужно думать to do with what. They know what to do and what to say. They know how to present the business. Дело в том, что вам не нужно думать о том, как именно презентовать, представлять свой бизнес. У вас есть верхняя линия, и она знает, как это делать. All you've got to do is find 10 people who agree to say yes to come and see the business, and your upline will show you what to do when they get there. Ваша главная задача найти эти 10 человек, которые согласятся прийти и послушать о бизнесе, а ваша верхняя линия покажет вам и научит вас, что нужно делать. Как нужно делать. Если вы будете постоянно в поисках вот этих двух, которые подключатся, вы будете в постоянной депрессии. Вы хотите вступить в мой бизнес Amway? Вы хотите купить немножечко вот страховочки? А не хотите губочку резиновую? Forget the sponges, forget the insurance, forget the two people. Look for the 10. Забудьте губки, забудьте вот эту вот страховку, забудьте вот этих двоих. Ищите 10 человек. Let's assume you have made 10 appointments to see 10 individual people in their home. Давайте себе представим, что у вас назначено 10 встреч, и на эту встречу вот это просто один человек. Вы должны пойти в 10 домов, и там будет по одному человеку. Итак, 10 человек ожидают, что вы придете и представите им свой бизнес.
Олтон. Yeah, they're not interested. Итак, эти 10 человек говорят мне, ну, в общем-то, это мне не интересно. They don't know what this is all about. It's probably about selling soap or something. Я так поняла, что это вообще, что это насчет того, чтобы продавать мыло. Probably some pushy thing. В общем-то, это какая-то такой бизнес, где надо вот это вот, понимаешь, проталкивать. Yeah, okay, they'll have a look. They're open-minded. That's what they say. И они, в общем-то, думают так, но они довольно открытые люди, поэтому они говорят, ну хорошо, приходи, представь свой бизнес. So let's say that next week you have two people every day for 5 days prepared to let you come and present your business. И вот теперь представьте, что на протяжении следующей недели у вас по 2 человека каждый день есть, которые готовы принять вас и прослушать ваш бизнес. Will you have a good week if you have 10 confirmed appointments next week? Would that be a good week? И как вы считаете, у вас будет хорошая неделя, если у вас будет вот таких вот 10 встреч на следующей неделе? Be a good week, wouldn't it? Будет хорошая неделя. Yeah, okay. So let's say tomorrow at midday you turn up to see a guy at his workplace. Итак, представим себе, что завтра днем у вас встреча с одним человеком у него на работе. He said, okay, look, come and see me during my lunch break. И он говорит, ну хорошо, приходи во время обеденного перерыва, давай встретимся, поговорим. He said, look, I don't think I'm interested in all this, but Gennady is a friend of mine, and he said, you're okay, so I'll listen. И он говорит, ну, ты понимаешь, меня, в общем-то, все это крайне мало волнует, но Геннадий, мой друг, он сказал, что стоит послушать, ладно, я послушаю. Does some of this sound familiar to you? Вам вообще это что-то напоминает? This is damn exciting. This is exciting. Дело в том, что вы знаете, вот это вот как-то вдохновляет, правда? Okay, so you go there at midday, but the guy's not there. Итак, вы приходите к нему на работу, но вот этого самого товарища уже там нету. The receptionist said there's a big birthday party on. They've all gone to the pub. И на входе вам говорят, а тут у нас как раз день рождения на фирме, и все ушли на день рождения. So at 12:01, how are you feeling? You've turned up, the guy's not there, he's gone to lunch, and you're standing there all alone with your suit or your business clothes on. И вот представьте себе, стоите вы там на проходной, 1:01, вы, понимаешь ли, вырядились в бизнес-костюмчик, в руке портфельчик, и вы в гордом одиночестве стоите на этой проходной, а народ радуется жизни вот там вот на дне рождения. You say, damn, I drove all the way across town, and the guy's not here. И вы говорите, черт возьми, а я вот весь, понимаешь, город проехал, а он даже не явился. Следующая встреча у вас, предположим, в 3:00, и человек, с которым вы должны встретиться, работает пожарником. И когда вы приезжаете туда, в пожарную часть, вам говорят, извините, но вот там случился пожар, и ваш знакомый уехал на пожар. You say, "Damn! I drove all the way across town, and he's gone." И вы говорите, "О, черт! Так я же опять проехал весь город, а его опять нет." And then a couple who said, "Come and see me tonight at 7:00 at home, when the kids are going to bed, we'll listen to you." Но в 7:00 у вас есть еще встреча с одной супружеской парой, которая вам сказала, значит так, приезжай в 7:00, мы детей уложим спать и тебя послушаем. When you get there at 7:00, they're gone out, they forgot about you, they went to the movies. И когда вы приезжаете к ним туда домой в 7:00, их нет. Они просто забыли о том, что вы придете, и уехали в кино. How are you likely to be feeling at the end of the day when you go to bed? И вот скажите, пожалуйста, какие чувства вы будете испытывать, когда вы будете ложиться спать в этот день? How do you feel? Как вы будете себя чувствовать? Скажите чего-нибудь. Bad. You feel bad. Who feels bad? Итак, поднимите руки те, кто будет себя плохо чувствовать. Okay, this is normal. Это нормально. That's because you're looking for the two. Это потому, что вы ищете двух. You're looking for the two. Вы ищете двух. There's no two. А двух нет. The two will just appear from nowhere despite you. Дело в том, что эти двое, они появятся из никуда, невзирая на ваши старания. Let's go back to our statistic. Давайте мы вернемся к нашим цифрам. We know for every 10 who say yes, 3 will not come. Вы знаете, что из 10, которые сказали вам «да», трое не придут. Whether it's at home or whether it's in one-to-one situations, 3 won't come on average. И это независимо от того, у вас встреча с группами или с одним человеком, все равно в среднем из 10 назначенных встреч 3 не состоятся. So in 1 week, I expect 3 people will not come.
Поэтому я ожидаю, что на этой неделе три человека не придут. So when I go tomorrow at midday to see the guy at lunch and he's not there. И поэтому, когда я еду для того, чтобы встретиться с этим человеком во время его обеденного перерыва, а его там нет, he's gone to a birthday party. Потому что он, видишь ли, пошел на день рождения. You know what I say? Знаете, что я говорю? Yes! Я говорю, да, yes! Да, да! Three aren't going to come. He's the first one. Yes! Трое все равно бы не пришли. Он первый. Класс! 3 o'clock in the afternoon, the guy's gone to a fire. Yes! 3 часа дня, следующий уехал на пожар. Класс! 7 o'clock at night, they gone to the movies, forgot about me. Yahoo! 7 часов вечера, они уехали в кино, забыв обо мне. Замечательно! I go to bed at night, I've had a brilliant day. Когда я ложусь спать в этот день, я думаю, ну какой все-таки замечательный у меня был день сегодня. I plan on three people not coming. Потому что я запланировал, что трое не придут. I'm now getting closer to the two. И вот теперь я уже ближе, я ближе к этим двум. So now I see, now seven people turn up at my home. Итак, 7 человек пришли, они пришли ко мне домой. And three say, oh, look, I don't like this, I'm not going to join. Трое сказали, да не, ну, в общем-то, я посмотрел, мне это не нравится, я не буду подключаться. If you don't understand averages, если вы не понимаете закон средних чисел, you say, what's wrong? Don't you like the business? Don't you like me? Don't you like the product? Вы скажете, а что такое? Что случилось? Что я тебе не нравлюсь, да? А бизнес тебе не понравился? О, Боже мой, ой, ну, пожалуйста. Please love me, please ну, пожалуйста, ну, полюби меня, ну, полюби меня. When you understand statistics and averages, three people say, I won't join. Но вот когда вы понимаете эти цифры, эту статистику, когда вам трое сказали, не, я не подключусь. You say yes. Вы говорите да. You planned on this happening. You planned on three people not joining. Потому что вы запланировали, что вот эти трое не подключатся. That leaves four. У вас уже остается четверо. The four say, this is for me. I sign now. И четверо говорят, это для меня, я подключаюсь. Двое, может быть, даже не начинают, если начинают, нет успеха. If you don't understand statistics, и если вы не понимаете, что такое статистика, you say, where have I gone wrong? Вы начинаете говорить, так, what что я done? Делаю неправильно? Is this the right business for me to be in? Ой, а вообще это тот бизнес, где я Maybe должна I should быть. Go back to working in the bank. Может быть, мне лучше вернуться и работать там, в банке? When you understand statistics, но когда вы понимаете статистику, yes! Вы говорите, да! And the two appear on their own. И тогда вот эти двое появляются вот сами по себе. Does this make sense? Вам это понятно? Смысл имеет. This is the key to anything you do in life. It's the key to anything. Вы знаете, это ключ ко всему, что вы делаете в жизни, ко всему. Just record your numbers, and it will tell you your personal ratio. Просто записывайте все эти цифры, и со временем вы поймете, какой ваш личный коэффициент, какое у вас собственное ваше соотношение. Now, in terms of how you present the business, what you say, how you handle objections, you don't worry about this. Итак, не стоит беспокоиться о том, как вы представляете этот бизнес, как вы объясняете, как вы отвечаете на вопросы, когда вам говорят нет, что вы говорите. Вот это пусть вас все не волнует. You know why you don't worry about this? А знаете, почему не надо об этом беспокоиться? Because that's these people's problem here. That's their problem. Потому что это проблема вот этих людей, которые сидят вот здесь впереди. Это их проблема. Your upline is going to show you what to do and what to say. Потому что ваша верхняя линия покажет вам, что говорить, что делать. All you've got to do is get 10 people to say yes, I'll listen. А все, что вам нужно делать, это найти этих 10, которые вам скажут: да, я послушаю. It's that simple. It's that simple. Это все очень просто. Do you love me? Yes. You liar. Аллан спрашивает, люблю ли я его, я говорю, да. I love you too. Он меня тоже любит. I don't believe. Я не верю. Okay. I'm going to show you how to ask questions. А сейчас я научу вас, как задавать вопросы.
Here is a brain scan of somebody asking an open question. Итак, вот это вот сканирование мозга, снимок мозга человека, который задает открытый вопрос. This is a combination of 50 men and 50 women. И это, опять же, мозг, усредненная такая картинка, 50 мужчин и 50 женщин. There is not a big difference in how they perceive an open or closed question. Дело в том, что тут нет большой разницы в том, как мужчины и женщины воспринимают открытые вопросы. Now, an open question is a question to which a person cannot say yes or no, they must give an answer. Открытый вопрос — это такой вопрос, на который человек не может сказать «да» или «нет». Он должен обязательно что-то говорить, он должен отвечать. Okay, let's go back to that. There's an open question. You can see there's much electrical activity in both parts of the brain. Вы видите здесь много очень электрической активности в обоих полушариях мозга. That's an open question. Это открытый вопрос. Here is a closed question to which they give a short answer. А вот вопрос, который называется общим вопросом по-русски, that's closed, but где нужно отвечать да that's или нет. Open. This tells you that open questions are the best questions to ask in this business. И это показывает, что открытые или специальные вопросы — это те вопросы, которые лучше всего задавать в нашем бизнесе. Because it gets people emotionally involved in the business presentation. Потому что тогда люди начинают эмоционально участвовать в представлении бизнеса. I'll demonstrate an open question. Сейчас я вам покажу пример вот такого открытого или специального вопроса. Okay, somebody ask me a question, any question. Пожалуйста, задайте мне какой-нибудь вопрос. Any question. Open or closed? Open. Any question, doesn't matter. Any любой, question. Любой. Whatever you like. Какой хотите. How long is your trip home? How long is my trip home? Okay. Is that an open or closed question? Итак, как долго вам лететь домой? Это вопрос специальный или это вопрос вот такой открытый специальный или же общий вопрос? Okay, I'll give an answer. Я сейчас дам ответ. 33 hours. 33 часа. The conversation has now stopped. И теперь наша беседа прекращается. Okay, somebody want to give me an open question. А сейчас, пожалуйста, an open question, I can't give a short answer. I must give a long answer. Пожалуйста, открытый вопрос, на который я не могу ответить кратко. Я должен буду говорить долго. По одному. Why do you like it in Ukraine? Why do you like it in Ukraine? Well, I'll tell you why I like it in Ukraine. Ну что ж, я расскажу вам, почему мне нравится на Украине. I like it in Ukraine because as a small child, I can remember growing up in a small country town, and I thought one day I'd like to go to the Soviet Union. And then as I got older, I decided it would be good because I'd seen the movies and I'd seen the people on television, and it was a great place to be. I thought I could really go there. I would love to go to Ukraine. Итак, когда я был маленьким мальчиком и рос в маленьком городочке, то вот тогда я смотрел кино, и я думал, что вот настанет день, и я вырасту, и тогда я поеду в другую страну, в какой-нибудь большой город, и там я посмотрю, что это будет, и как будет, и вот так далее. Okay. There are only five questions you need, and here they are. Итак, есть пять золотых вопросов. Вот они перед вами на экране. All you have to remember is these five questions, nothing else. И все, что вам нужно запомнить, это вот эти пять вопросов. Ничего другого запоминать не нужно. These five questions will convert groups of 10 people into two members of your business quicker than anything you will ever see. И вот эти пять вопросов из ваших десятерых людей, которые вы пригласили, сделает вот, вот эти вот появление этих двух гораздо быстрее, чем в любой другой ситуации. Now, the important thing about these questions is you must not change anything you are currently doing that works. Дело в том, что что важно об этих вопросах? Нельзя ничего менять. Ничего менять то, что успешно работает. So however you're currently presenting the business, you don't change that. И вот то, как вы представляете свой бизнес, не нужно это менять. You just slide this in right at the very start. Просто вот эти пять вопросов вы вставьте в самом начале. The questions are. Вопросы следующие. What is your number one priority? Какой главный ваш приоритет? Why did you choose that one? Почему вы выбрали именно этот приоритет? Is this important to you? Он важен для вас, он имеет для вас значение?
What are the consequences of not taking action? И какие будут последствия, если вы не станете действовать в соответствии вот с этим планом? And do those consequences, do they worry you? И волнует ли вас то, что произойдет, если вы не подключитесь? Now here is the key here. You must not change the order of these questions. Ключ в том, что вам нельзя менять порядок этих вопросов. These questions have been tested and retested over a period of more than 30 years. They get a very dramatic result, but you must not change the sequence. Дело в том, что вот эти вопросы, они тестировались и не проверялись на протяжении 30 лет. И очень важно то, чтобы последовательность их была именно такой. Нельзя их менять местами. Now, after 2 weeks, you may change the way you say the question, but it's still the same question. Дело в том, что через 2 недели, может быть, вы немножечко измените то, как вы будете задавать этот вопрос, но вопрос останется тот же самым. Is that a fair deal? Ну, это как? Договорились? Нормально это? If you change these questions in any way, если вы измените эти вопросы, ну, любым образом, you will dilute the effect, то вы в этом случае результат уже будет совсем не тем. In a few minutes I'm going to demonstrate these questions on you. И через несколько минут я продемонстрирую эти вопросы вам. This will work in any language, in any country. И это будет работать на любом языке, в любой стране. And I'm going to get some people who will be prospects from the audience to come on stage and be my prospects. Итак, пожалуйста, сейчас желающие, те, кто желает со мной пообщаться, я им буду предлагать свой бизнес. Now, пожалуйста, выходите на сцену. I really don't know anybody in this room. Дело в том, что я, в общем-то, здесь ни с кем не знаком. Other than Gennady, who invited me, and Olga, I don't really know anybody. И кроме Геннадия, Мирона и Ольги, я, в общем-то, здесь никого и не знаю. Is this a mafia? Так, это что у нас, мафия? Where did he come from? Вы откуда? Well, where are these people coming from? Так, откуда народ? Где народ? Где? Я могу? Yeah, she says, may I? Why are they standing behind me? А вы почему сзади меня стали? А? Оружие где? Why? Who told them to come up here? А кто вам? Why are they on this stage? Because why are these people here? Because you said. I didn't ask anybody to come up yet. You said who? No. Okay. All right. We've got 1, 2, 3, 4. Так, one more. Okay. Еще один. Еще один. Right. No more. Stop. Все, no more. Too many. You guys are damn enthusiastic. Да, okay, все вот полны энтузиазма. That's enough. Okay. Все, хватит. Okay, let them stay there. All right. So I'm going to attempt. I'm going to pick some of these people. I'm going to show you how to use the questions. Итак, сейчас я покажу вам, как использовать эти золотые вопросы. I think you'll agree that I'm taking a risk in doing this. Вы согласитесь, что сейчас я рискую, когда я задаю эти вопросы? I do not know any of these people. Я никого из них не знаю. Tell them no more people. Все, больше, пожалуйста, не выходите. Я не буду больше беседовать с вами. Okay, that's enough. Все, хватит. I don't know any of these people. I don't know this country. Я не знаю этих людей, и я не знаю эту страну. I don't know what they're going to do or what they're going to say. I don't know. Я не имею понятия о том, что они будут делать и что они собираются мне сказать. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. But there's 17 people here. Здесь 17 человек. That means 3 of these people will join my business statistically. И это означает, что в соответствии со статистикой 3 из этих 17 подключатся в мой бизнес. So I don't really care who they are, where they came from. Поэтому мне, в общем-то, глубоко плевать, откуда они. Based on statistics, 3 will join my business. Дело в том, что по статистике трое из них все равно подключатся. Все. Yet I know nothing about them. Я ничего о них не знаю. This is what you would call cold selling. И вот это то, что мы называем холодной продажей. Agree? Согласны? But I don't care. I don't Но care. Мне все равно. You know why I don't care? А Because знаете, почему мне все равно? I have a system that's going to work, and it's going to tell me which of these 3 are the right people for my business. Дело в том, что у меня есть система, и именно она мне покажет, кто из этих 17 является теми 3 людьми, которые нужны мне в моем бизнесе. And I'm going to do it through an interpreter. И я сейчас это буду делать через переводчика. Through a wonderful, beautiful, intelligent interpreter. Ой. Благодаря замечательному, все соглашаются быстренько, замечательному, скромному, прекрасному переводчику.
Okay. Okay. Now I have two things with me right now. Итак, сейчас у меня есть две вещи. I have my five questions. Let's put them back on the screen. Five Пожалуйста, questions. Пять вопросов на экран опять. And I have a list of what we call priorities. И у меня есть список того, что мы называем приоритетами. Now I've got a question for you. У меня сейчас вопрос к вам. You know when you're presenting the business to someone? Когда вы кому-то показываете бизнес? You get pretty enthusiastic, right? Вы полны энтузиазма, правда же? Is that true? Это так? And look, I talk with Amway groups all over the world. Вы знаете, я выступаю для групп Amway в разных странах мира. And you guys are the most enthusiastic people in any business. И вы знаете, я хочу сказать, что вот группы Amway это самые такие вот, понимаешь ли, энтузиасты из всех групп любых других фирм. Все такие, понимаешь ли, вдохновленные. Who gets really excited when they're presenting the business? Итак, пожалуйста, поднимите руки те, кто очень вдохновляется, представляя бизнес. Well, you know what happens? Знаете, что происходит? You get so excited and so enthusiastic. Вы настолько вдохновляетесь, вы настолько полны энтузиазма, that you just don't shut up. Что вы просто не закрываете рот. You won't shut up. Вы просто не закрываете его. You bore people senseless. Вы понимаете, вы просто доводите людей до бессознательного состояния. You get really excited and you sell the business. Потому что вы так вдохновляетесь, вы хотите продать бизнес. And then you keep on talking. И вы говорите, говорите, говорите. And you buy it back. И в результате вы сами этот самый бизнес и покупаете. Who has been guilty of doing that? И теперь поднимите руки те, у кого такое происходило. In the phase I'm going to show you now with these five questions. И вот сейчас, когда я вам буду показывать вот эту презентацию с пятью вопросами. There's one thing you must do without fail. Есть одна вещь, которую вы должны сделать обязательно. And this is the hardest thing you're going to do. И это самое трудное, что вам нужно сделать. For many of you, this is almost impossible. И для большинства из вас эта вещь, но она почти уже невозможна. You've got to shut up. Вам нужно закрыть shut рот. Shut your mouth. Закрыть рот. Stop talking. Прекратить разговаривать. Give him a chance. Дать шанс поговорить тем, с кем вы общаетесь. Now, when you're presenting your business with your enthusiasm. Итак, когда вы представляете свой бизнес и вы полны энтузиазма, do these people believe you? Эти люди верят вам? What do you think? Как вы думаете? Who thinks maybe they're a bit skeptical? No. Кто считает, что они, в общем-то, немножечко скептически настроены? Sure they are. Конечно. Why should they believe you? А что это они должны вам верить? Clearly they think you're trying to sell them something. Они понимают, что ага, ну все, вы уже пришел или пришла, сейчас продавать мне что-то начнет. So they're watching, they're conservative. Поэтому они очень консервативны, они стоят в стороночке и наблюдают за вами. He's gonna try and sell me something. И думают так, ну вот сейчас начнет продавать мне, ага, сейчас. Why don't they believe you? А почему они вам не верят? You know the business, you're enthusiastic. Вы ведь знаете бизнес, вы полны энтузиазма. I'll tell you why they don't believe you. Я вам сейчас объясню, почему они вам не верят. They don't believe you because они не верят вам потому, you said it. Что вы это все говорите им. You said it. Вы сказали все это. If you say something, если вы что-то говорите, they will raise an objection. То они сразу начнут находить какие-то замечания, как-то возражать вам, возражения начнут Not находить. Because what you said isn't true, и не потому, что то, что вы говорите, неправда, but because you said it. А потому, что это сказали вы. And they're expecting you to try to sell something. А они ведь ожидают, что вы собираетесь им что-то продать. But anything that these people say will be true. Но вот все то, что они сами будут говорить, будет истиной в первой инстанции. If you're currently getting an objection in your presentations, и если вы постоянно встречаетесь с возражениями во время своей презентации бизнеса, it's because you said something. Это потому, что вы что-то говорите. So don't say anything. Поэтому ничего не говорите.
get them to say the same thing. И пусть они скажут это за вас. If they say it, it's true. Если они это скажут, это правда. If you say exactly the same thing, they raise an objection. Если же вы скажете то же самое, они начнут находить возражения. Does this make sense what I'm saying? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? That's what these five questions will do. Вот сейчас для этого нам и нужны эти пять вопросов. Okay. Here's a question for you now. Итак, первый вопрос для вас. Why does somebody want to join this business in the Ukraine or Russia? Why would they want to join? What's the main reason they want to join? Скажите, пожалуйста, какая основная причина, по которой кто-то захочет подключиться в этот бизнес в России или в Украине? Call out a reason why. Why did you join this business? Why did you join? Вот вы, например, лично вы, почему вы подключились в этот бизнес? Money. They needed money. So, financial freedom? Можно это назвать финансовой свободой? Yeah, okay. Anything else? Еще по каким причинам? Time. It gives you more time to do things. Personality development. Personality development, okay. Yeah. So you can improve your personality. Да, действительно, развитие личности, можно развить свою личность. You know, it's worth joining Amway just for the training, you know that? Вы знаете, who? It's worth joining Amway just for the training. Дело в том, что можно подключиться в Amway просто для того, чтобы получить хорошую подготовку, обучение. If you didn't learn the things you learned here, how would you ever know? Если бы вы не подключились и не научились всему тому, чему вас здесь научили, то где бы вы это взяли? Some more reasons why you joined. Так, еще, пожалуйста, какие есть причины, почему вы подключились? Traveling, friends. Traveling. Meeting new people. Meeting new people, making social circle. Да, то есть вот получается встреча, знакомство с новыми людьми. Here is okay. Getting married. Here is a list of eight main reasons why somebody joins this business. И вот сейчас список восьми главных причин, почему люди подключаются в этот бизнес. And these are the same eight reasons in every country in the world. И это одни и те же причины, по которым люди подключаются в этот бизнес в любой стране мира. Maybe you can think of one or two others that aren't there. Может быть, вы можете сюда добавить еще одну или другую какую-то причину. But the basic list is the same for the Chinese, the Icelandics, the Africans. Но дело в том, что все-таки основной этот список, он работает и в Африке, и в Исландии, и в Новой Зеландии, и везде. Now on this list there is one main reason why each of these people behind me will join the Amway business. И вот в этом списке есть одна причина, по которой каждый из этих людей, которые стоят за моей спиной, подключится в этот бизнес. Now it's up to me to find out what is that one reason, the main reason that they will join. И я должен найти, какая причина главная для них, по какой причине именно они подключатся. What is called their hot button. То есть какая у них кнопка, горячая кнопка, на которую я могу нажать. So I'm going to find their hot button and I'm going to press it. И вот как только я эту кнопку найду, я на нее нажму. Now here's the danger. Но вот в чем здесь опасность. Their hot button may not be the same as mine. Дело в том, что их горячая кнопка может быть отличной от той, которая есть у меня. On this list, you see, if I was your prospect, what would you predict would be my main hot button on this list? Скажите, пожалуйста, вот если бы, например, я был человеком из вашего списка, то вот по какой причине, как вы думаете, я бы подключился? What do you think is my main hot button? Вот какая у меня горячая кнопка? Helping other people. Helping other people. Помощь другим, здесь вы сказали. Who thinks help? Raise your hand if you think. Financial freedom. Okay. Who thinks financial freedom? Mm-hmm. Who thinks financial freedom would be my hot button? Так, raise пожалуйста, your hand. Поднимите руки те, кто считает, что моей горячей кнопкой будет финансовая свобода. Wrong. Неправильно. I'm not interested. Мне не интересно. Wait a minute. Wait a minute. For those of you who try to convince me financial freedom, you're wasting your time. Итак, те, кто стал бы меня убеждать подключаться в этот бизнес, обещая мне финансовую свободу, я говорю, вы теряете свое время со мной. You see, that's important to you. Подождите. Подождите. Ты закрыли рты, он говорит. Financial freedom is important to you, not important to me. Итак, финансовая свобода важна для вас, но она не важна для меня.
So if you try to convince me about all the money I make, I'll just go home. I'll be in the seven. И поэтому, если вы начнете меня убеждать, используя вот эту мотивировку финансовой свободы, я буду одним из этих трех. Я домой пойду. But you can talk about financial freedom because it's important to you. Но вы можете говорить о финансовой свободе почему? Потому что это ваша кнопка, она важна лично для вас. Okay, choose another one. What's my main hot button? Come Итак, on. Еще давайте ищите. Helping others. They said helping others. They said helping okay, others. You get another one. Mm-hmm. Seven. And what is seven? Meeting new people. Meeting new people. Да, знакомство с новыми людьми. Who thinks seven might be my hot button? Итак, теперь, пожалуйста, кто думает, что седьмой пункт это как раз моя горячая кнопка? No, кто? I'm going home. Не-а, пошел я домой, меня это не интересует. In my business, I meet 500,000 people a year. Дело в том, что в моем бизнесе я и так встречаю 500 тысяч человек каждый год. I don't want to meet any more new people. И я уже просто не могу еще встречаться с ними. Try again. Итак, давайте еще. Legacy. To give a legacy. Give a legacy. Yes. Да. Наследство. Give a legacy. If you talk to me about how I can leave something for other people to benefit, I want to hear about this. Дело в том, что если вы нажмете эту кнопочку, начнете со мной беседовать на тему о том, что я могу оставить после себя, вот тогда я заинтересуюсь и начну вас слушать. Is this your hot button? Это и ваша тоже горячая кнопочка? Is that your personal hot button? Это ваша личная кнопка? It's her personal hot button. It's mine too. Итак, вот это кнопка этой дамы, и это моя тоже. But those who said financial freedom, that's your hot button, not mine. Но тот, кто сказал финансовая свобода, это ваша горячая кнопка, но не моя. You can only convince me if you talk about my hot button, not yours. Но вы можете убедить меня только беседуя со мной о моей горячей кнопке, но не о вашей. You see, when you're presenting the business to your prospects. И когда вы представляете свой бизнес новым людям, you're talking about your hot button. Вы говорите им о вашей горячей кнопке. Theirs, they go home. И если эта кнопка у вас не совпадает, они просто уходят домой. Okay. Let's find a few prospects back here. И теперь сейчас мы найдем, кто у нас подключится. Okay, let's have this fellow here. Okay. Вот давайте мы начнем с вас. Okay, don't step there, that'll shoot так, you вот туда не надо становиться, выстрелить. Okay. What's your name, please? Как вас зовут? Олег. Олег. Олег, thank you. Tell us a little about yourself, Eric. Are you married? Are you single? Do you have children? What do you do for a job? Расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Вы женаты? Есть ли у вас дети? Какая у вас работа? Вы украинского знаменитого? Yes. Yeah. Да, в смысле. Меня зовут Олег, я из города Костопіль, Рівненської області. He is Oleg, and he is from Rovna area. It's Western Ukraine. Я одружений, маю дитину, три з половиною роки. And he has a child who is 3 years and a half old. Що ще? Так, я працюю. Okay, would you agree this guy could be a good prospect? Как ви вважаєте, этот человек може стати хорошим кандидатом? Could be a good prospect for me? Може стати для мене хорошим кандидатом? Yeah, could be. I don't know. Може бути, но я не знаю. Maybe. Может быть. Two chances in 10 is. Дело в том, что у меня ведь есть два шанса из десяти. Now, Alec, are you interested in making money? Вас цікавить заробити грошей? Так. Да. Yes. I have something I'd like to show you for people in positions like yourself. В мене є щось, що я можу вам запропонувати, щоб ви заробили грошей. Can I show this to you? І можу я зараз вам це показати? Да. Okay. What? Okay. Come over here, Alec. Now, we want to leave the list on the wall now, guys. Пожалуйста, оставьте список на There is our list. На екрані. There are our five questions. Пять вопросов. Вот. Пожалуйста, вот пять вопросов. This is all you need. Это все, что вам нужно. Watch what happens and listen. И теперь наблюдайте за тем, что происходит. Слушайте.
Alec is about to tell me why he must join the business. Сейчас Олег расскажет нам, почему он хочет вступить в этот бизнес. I do not know what he's going to say. Я не знаю, что он будет сейчас говорить. Because I never saw him before. Потому что я раньше его никогда не видел. It doesn't matter. Но это не имеет значения. I have a system. У меня есть система. Okay, Alec, just turn this way. Look at the. Пожалуйста, look at the wall. Олег, можете смотреть okay. сюда или туда. Looking at this list. Посмотрите на этот список. What would you say? Oh, there's a list here. No, так, questions, you mean? Is that the list or the question? That's the no, list. It's priorities. That's the priorities. Okay. Looking at these priorities, what would you say would be your number one priority right now in life on this list? Зараз, коли ви бачите оці питання, то скажіть для вас, що буде головне? Okay. Before you answer. Wait. Before he answers. Зараз ви ще не відповідаєте? What do you predict he will say? Как вы думаете, что он сейчас скажет? Назовет он какой пункт? From what you've heard, what do you expect him to say? Вот сейчас вы послушали, и он немножко рассказал о себе. Что вы ожидаете? Какой приоритет? What's he going to pick? The second one, financial freedom. Who thinks he picks number two? Так, пожалуйста, поднимите руки те, кто считает, что это будет финансовая свобода. Okay, so he's got a three-year-old, he's in his 30s, so that's probably reasonable, isn't it? Возможно. Ему так где-то около 30, да, ребенок у него есть. Так, все yeah, замечательно. Maybe. Может быть, как раз это и будет. Who thinks maybe you pick something else? Кто считает, что, возможно, у него другой приоритет? What do you think? Как вы думаете, какой у него может быть другой приоритет? Let's see the list again. Можно списочек? What number? Первый? The first one. What is it? Extra income. Extra income or number three? What's number his own business. Okay, who thinks number three? Итак, кто считает, что третий пункт имеет собственный бизнес? Maybe. Может быть. Let's find out. А сейчас мы узнаем. Alec, looking at this list, and we'll put leave the list on the screen now. Оставьте, пожалуйста, этот список на экране. Давайте туда. What would you say is your personal number one priority on that list? Який ваш пріоритет тут? Ага, help to others. Have travels. Help to others. Number six, help others. You got it wrong, you idiots. Итак, вы все идиоты, вы все неправильно угадали. You made an assumption about this guy, didn't you? Видите, вы сделали предположение свое, и оно не сработало. You're all going down the wrong track. Вы, в общем-то, шли не той дорогой. You got it wrong. Вы ошиблись. I got it right. А я вот правильно все угадал. You know what? I asked him. А знаете почему? Потому что я его спросил. Okay, let's test the guy out. А теперь давайте вот мы сейчас еще его проверим. Now I'm going to ask you some questions, Alec. I want you to talk, give long answers and talk about how you feel personally. Зараз я хочу, щоб ви розказали мені, що ви почуваєте, як людина, як чоловік. Okay. In business or what do you mean? Well, what he feels. Just talk personally, from the heart. Зараз він буде вас питати, а ви відповідаєте. Okay, he's going to talk personally from the heart. I don't know what he's going to say. Сейчас он будет отвечать на мои вопросы. Он будет мне говорить, что он чувствует. Я не знаю, что он собирается говорить. He picked number six, right? Итак, он выбрал у нас шестой пункт. Why did you choose number six, Alex? А чему вы выбрали шестой пункт? Тому що я вважаю, що все в цьому житті залежить від іменно стосунків з людьми. Because якщо ми зможемо допомогти іншим людям, ми також будемо успішними, тому що все, що ми віддаємо, то нам завжди вертається. Okay. Back to the questions. Верніть, пожалуйста, вопроси. Is that important to you, Alex? Це для вас важливо? Так, дуже. Yes, very much. Why is that important to you? А чому це для вас так важливо? Так я вже ж відповів на це питання. Тому що я хочу дійсно дарувати людям добро. Я хочу дійсно їм допомогти вибратися з тих становищ, яким вони знаходяться. І я знаю, що якщо я зможу це зробити, допомогти, люди просто віддячать мені тим самим.
Then, вопросы, пожалуйста, верните. What are the consequences of not having that opportunity? А какие последствия, я не знаю, как будет по-украински. Последовательность. Последовательность это последовательность, а последствия. Последствия, какие будут, наслідки. А какие будут наслідки того, если вы не сможете сюда подключиться? Якщо ви не підключитесь, то які будуть, то які будуть наслідки? Ви не зможете допомагати, які будуть наслідки того? Я буду шукати інші шляхи. He will be looking for something else to fulfill his... For an example? І, наприклад? Наприклад? Ви будете шукати щось інше, наприклад? Вибачте, я на це питання не можу зрозуміти. Він має на увазі, ви не підключаєтесь сюди, так? Але ви хочете допомагати іншим. Якщо ви не підключитесь, то наслідки будуть, ви вже не можете допомагати. А ви хочете допомагати, то що ви будете шукати інше, щоб знайти і допомогти? Ну, якщо я не зможу підключитися до цього бізнесу, я принаймні буду давати поради людям, щоб все-таки спробував. So that's really important to you. То це важливо для вас. Так. Yes. Okay, so let me summarize what I hear you telling me. І сейчас я подведу итог того, вот что я услышал, что вы мне сказали на самом деле. Listen to what I just said. Пожалуйста, послушайте то, что я сейчас говорю. Let me summarize what I hear you telling me. Давайте я подведу сейчас итог того, вот что я услышал из того, что вы мне говорили. So as a man with a three-year-old daughter and a young guy, you're looking for an opportunity where you can express your innermost urges. Итак, как мужчина, у которого есть семья и есть дочка 3.5 года, вы ищете возможность выразить те желания, которые у вас есть. You're looking for something that will allow you to express who you are and help other people at all levels in the nation. И вы ищете сейчас возможность, вы хотите найти что-то такое, что поможет вам самовыразиться и помочь при этом людям, которые вокруг вас. And to give them opportunities that perhaps they may never get without that help. И таким образом дать им те возможности, которые они могут и не получить, если не будет этого бизнеса. Is that what I hear you saying? Я понял вас правильно, я вас зрозумев. Give him a round of applause, please. Пожалуйста, похлопайте Thank you. Ему. Thank you. Let's analyze what took place in that presentation. Давайте мы сейчас проанализируем, что же произошло вот во время этого представления бизнеса. Now, some of you were surprised, even shocked about what he said. Я так понимаю, что некоторые из вас были очень удивлены, даже шокированы тем, что он сказал. He wants to help other people. Он хочет помогать другим людям. Now, if you join for financial reasons, и если вы подключились для того, чтобы получить финансовую свободу, то в таком случае вы, скорее всего, начнете его убеждать, что ему нужно подключиться к этому бизнесу для того, чтобы здесь заработать деньги. But he's not gonna buy. Но дело в том, что вот если вы так поступите, он не вступит в бизнес. He wants to help other people. Потому что у него другой приоритет, он хочет помогать другим людям. И знаете, какая часть вот этой беседы была самой главной? He said it. Он сказал все сам. He said it. He said он сказал. It's true. Это правда. He said it. Он сказал. He believes. Он верит. I summarized what he said, so now I said what he said, so therefore he believes me. Итак, я просто подвел итог того, что он сказал. Это он сказал, и поэтому он мне верит. Now, my natural approach might be something more like this. И, в общем-то, мой естественный подход будет скорее вот такой. Alec, you're a young guy, got a young child. Олег, вы еще совсем молоды, у вас маленький ребенок.
you know, a business opportunity like this in Amway, you can make a lot of money. И вы знаете, вот в Amway, вот с этой бизнес-возможностью, вы можете заработать много денег. You know, there are people here, they have Mercedes-Benz, big houses. Вот здесь сидят люди, у которых Мерседесы, огромные дома. They can travel the world and drink champagne. Они путешествуют по всему миру, шампанское пьют. Such an exciting business. Ух, такой бизнес. Is he going to buy this? И вот он на это купится? No, he picked number six. Нет, потому что он выбрал шестой приоритет. So now I tell him why number six will meet his needs. И теперь я скажу ему, почему именно вот шестой приоритет это то, что при вступлении в бизнес он получит. So now I present to him how the business works. I present the business plan now. И теперь я ему показываю бизнес-план. And as I present it, I use his words to explain how it works. И когда я показываю бизнес-план, я использую то, что он сказал, для того, чтобы объяснить so все это. So by the time you are 3 years into the business at Emerald level, к тому времени, когда вы уже 3 года будете в этом бизнесе, вы будете уже на уровне изумруда. И тогда уже будет у вас достаточно денег для того, чтобы оказывать помощь по крайней мере 3 школам в Украине. А через 5 лет вы уже сможете давать деньги на дом престарелых. Как вы считаете, вот это для него сработает? He wants to be the two. Потому что он хочет как раз вот помогать другим. Похлопайте. Okay, let's analyze the questions. Теперь давайте проанализируем вопросы. Question number one: What is your number one priority? Итак, первый вопрос: какой ваш главный приоритет? This is not the real question. Это, в общем-то, ну только на поверхности это этот вопрос. The real question is. А настоящий вопрос здесь. I want you to tell me the main reason you will join my business today. Я хочу, чтобы ты мне объяснил, дал мне причину того, почему ты хочешь или можешь вступить в мой бизнес. That is in fact the real question, isn't it? Потому что вот по-настоящему именно этот вопрос я задаю, не так ли? Some of you thought he picks financial freedom. Кто-то думал, что этот человек выберет финансовую свободу. Some people thought maybe own his own business. Кто-то считал, что он хочет владеть собственным бизнесом. He picked six. А он выбрал 6-й пункт. He said to me, Alan, I will join the Amway business because I want to help other people in this country. И он сказал, Алан, я подключусь к этому бизнесу, потому что я хочу помочь другим людям, которые живут в моей стране. That's his hot button. Потому что вот именно это является его горячей кнопкой. And I think it's a very honorable hot button. И вы знаете, это, в общем-то, очень такая, ну я бы сказала, почетная, да, серьезная горячая кнопка. But it's not достойная. It's not my hot button. Но это не моя кнопка. So I can't sell that with conviction. Поэтому я не смогу продавать эту кнопку с достаточным убеждением, убежденностью. It doesn't matter. Но это не имеет значения. The 5 questions let him sell himself with conviction. Потому что вот эти 5 вопросов помогли ему самому продать себе самому этот бизнес. Question number 2. Второй вопрос. Why did you choose that one, Alex? Почему вы выбрали именно этот приоритет, Олег? The real question is, tell me why you joined the Amway business for this reason. По-настоящему я здесь хочу спросить следующее. Скажи мне, почему ты именно по этой причине вступаешь в этот бизнес? And he told me. И он мне объяснил. I resisted talking. Я не хотел, чтобы он говорил. I went, uh-huh, uh-huh. Чтобы я говорил, вернее, я вот говорил, да, да, да. Because he's a man, he needs his turn. Потому что он мужчина, ему нужно говорить по очереди, это была его очередь. Я мог бы, конечно, его прервать, не так ли? I could have said, you know, a friend of mine does this in Africa. Я мог бы сказать, ой, слушай, а у меня есть друг, и он именно этим занимается в Африке. Let me tell you about my friend. Я сейчас расскажу тебе о своем друге. No, it's about him, not my friend. Нет, здесь речь идет о нем, а не о моем друге. When you ask these questions, you must shut up. И когда вы задаете эти вопросы, вы должны закрыть рот. Shut up. Закрыть рот. He's telling you why he will join your business today. Он рассказывает вам, почему сегодня он подключится в ваш бизнес. And if you don't like his answers, you should not invite him to join. Если вам не нравятся его ответы, то вам вообще не стоило его приглашать и предлагать ему вступить в бизнес. So the third question was, let's go back to the questions. Давайте вернем вопросы. Третий вопрос.
Is that important to you? Этот приоритет для вас важен? He said, yeah. Он сказал, да. So, well, why is it important to you, Alex? А почему он для вас важен, Олег? This is the same question again, isn't it? Это опять тот же самый вопрос, не так ли? What I really said was, а на самом деле я хотел спросить следующее. Tell me once again why you'll join the Amway business today, Alex. Повтори мне еще раз, почему ты сегодня хочешь вступить в бизнес Amway. On his third answer, he gave more information, didn't he? И уже когда он третий раз отвечал, он дал больше информации, не так ли? And you could see by his face and his answers, he was feeling very emotive about this. И вы по его лицу и по его ответам вы видели, что он уже эмоционально очень так это настроился. He believes what he's saying. И он верит в то, что он говорит. He is on fire about his answers. Он уже очень вот полон тоже эмоций, когда он отвечает. Will the Amway business give him what he needs? И даст ли ему Amway бизнес то, что ему нужно? Yes. Да. Yeah. Да. You've got to ask, get him to tell you why he needs it. Но вам нужно было заставить его сказать, почему ему этот бизнес нужен. Next question was, следующий вопрос. What are the consequences of not having this opportunity? Какие будут последствия того, если у вас не будет этого приоритета? The real question is, на самом деле, if you don't join the Amway business today, what will happen? Если ты не подключишься в Amway, то что произойдет тогда? He said he'd have to look for something else. Он тогда сказал, ну тогда он будет искать что-то другое. He'd look for another alternative for this. Он будет искать какую-то другую альтернативу. He wants to do this. Потому что ему хочется помогать людям. I said, does that concern you not having this opportunity? И я сказал, а вот ну если у вас не будет этой возможности, это вас будет беспокоить? Of course it concerns him, Alan. Are you stupid? Don't you listen? Конечно, конечно, его это волнует, ведь он же не глупый, ведь он же слушает. I want him to tell me over and over and over why he should do this. И я хочу, чтобы он мне повторял и повторял и повторял то, почему он хочет вступить в этот бизнес, почему он хочет этим заниматься. If he says it, it's true. И если он это все говорит, то это истина. Now you would have noticed several times he got a bit uncomfortable. Вы заметили, что несколько раз, отвечая на вопросы, он себя чувствовал не очень уверенно. He couldn't quite think of the answer. Он не мог сразу найти ответ. But I remained silent. Но я продолжал молчать. In this presentation there will be large periods of silence sometimes. Вот когда вы представляете бизнес, иногда наступают такие длительные моменты молчания. And I bet you something. И я хочу заверить вас вот в чем. I bet you that's the first time in Alex's life somebody has asked him what he wants and has listened to the answer. Я уверен, что вот сейчас первый раз в жизни Олега его спросили, что он хочет, и выслушали его ответ. It's a pretty damn good answer. И это очень хороший ответ. But how could you have predicted he would give this? How could you imagine he'd give this answer? И можно ли было себе представить, что он даст именно этот ответ? You can't. Это невозможно было сделать. You're too busy selling your own hot button. Дело в том, что вы слишком заняты тем, чтобы продать свою okay. горячую кнопку. Come on then. Пожалуйста, идите сюда. Okay. Prospect number two. Итак, вот это у нас второй человек, которого мы сейчас будем в Amway. Я не знаю, что она скажет, я не знаю ее. It doesn't matter. Но это не имеет значения. I have a system. У меня есть система. Okay. So give us just a 60-second personality profile of who you are, your family likes. Пожалуйста, коротенько так, за минуточку расскажите мне, кто вы, о своей семье, вот, чтобы я представил себе, кто вы такая. It's a woman. Это женщина. Я женщина. Меня зовут Нина. Город Запорожье. Я пенсионерка. Образование, ну, математик и преподаватель, и программист. Двое взрослых детей, живут отдельно, мы живем с мужем, и кот у нас еще есть. Еще я коллекционирую лягушек. Вот это мне Юлечка подарила. And your husband is one of these frogs? Ваш муж один из этих лягушек? Нет, он сын жабы, которая из дюймовочки.
Сколько времени вы в МВЭ? Ну, 4 года. Let's have the list. Пожалуйста, список верните. It doesn't matter whether I'm one-to-one or whether she's in a group. Не имеет значения, мы говорим вот так тет-а-тет, или она находится в группе. Right now I'm doing one-to-one, but I'll show you how to do it in a group in a few moments. Итак, сейчас я беседую один на один, тет-а-тет, но через секунду я вам покажу, как это делать в группе. Now I'm going to try a very direct approach. А сейчас я вот такой прямой подход попробую. Нина, do you know what the Amway business is about? Нина, вы знаете вообще Amway, это что такое? Вот, let's assume that she doesn't know. Так, и вы ничего не знаете, сразу отвечайте. О, это какой-то сетевой маркетинг. Oh, it's пирамида, пирамида. Yeah. Yeah. Затянут. Yeah. Затянут. Anything else? Еще что-нибудь знаете о нем? Да какие-то порошки, паста. Well, they sell something. Right. Yes. Yes. Американские, наверное, нас отравить хотят. Yeah, yeah. Да, 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 именно так. Anything else? Еще что-нибудь? Да сейчас все этим занимаются. Everybody does some network. Yeah, that's true, yes. Да, правда. Anything да. else? Еще что-нибудь? Ну, ну. Okay, let me show you. Сейчас позвольте показать мне. See this list over here? Вы видите вот этот список там? Список видим? Видим. What would you say as a mathematician would be your number one priority on this list? Вот как математик. Что бы вы сказали, ваш приоритет какой будет из этого списка? Before you answer. До того, как вы ответите. What do you think she will choose? Пожалуйста, зал, как вы думаете, что она выберет? Какой? 8? А, retirement. Who thinks retirement? Так, поднимите руки те, кто считает 8-й пункт. Well, maybe 2/3, okay. Who, number 6. Шестой пункт, здесь есть предположение. Шестой. What's number 6? A meeting with new people. Who thinks number 6? Кто думает шестой пункт? I don't know. I don't know. I don't know. Я не знаю. Remember, seven. My seven. They say seven. Mm-hmm. Seven. Seven. Так, а что у нас седьмое? Up here. I'm behind you. Behind you. Up there. Ah, meeting the new people, and that was helping others. Okay. Well, remember that my hot button is to leave a legacy. Помните, да, у меня горячая кнопка оставить наследство, поэтому... I don't know what hers will be. Я не знаю, какая у нее кнопка. Let's find out. Давайте мы это узнаем. Nina, what would you say would be your number one priority on that list? Итак, Нина, пожалуйста, что бы вы избрали своим приоритетом? А два можно? May I pick up two? Sure. Да. Можно. 5 и 6. 5 and 6. Personal development and help to others. Personal development and help to others. 5 and 6. Okay. Да, 5 и 6. Ну что ж, хорошо. Let's have the questions again. Давайте еще раз вернем вопросы. Why would you choose those two? Почему вы выбрали именно эти два приоритета? Ну, потому что я занимаюсь развитием своей личности уже лет... Ну, до бизнеса лет 9. Вот. И так как я пенсионерка, у меня много времени, я могу много читать. Я много читала и по психологии, духовность. Ну, не религия, духовность. И я уже столько много начитала, что мне надо давать это. Ой, много уже. Помощь другим я в смысле... Помощь другим это не в материальном смысле, а именно, ну,
мало у кого все замечательно в жизни, много людей там, кто-то сломался, кто-то это, и я поняла, что я могу уже помочь. Ну, порекомендовать книгу или хорошего психотерапевта. Is that important to you, Nina? Для вас это важно, Нина? Очень. Very. Which is, okay. Why is that important to you? Почему это так важно для вас? Ну, я уже сказала, потому что переполнилось, надо это давать. I'm too full of information, I need to give it away. Yeah. Well, what would be the consequences of not having such an opportunity? А какие будут последствия, если вы вот сейчас не воспользуетесь этой возможностью? Ну, особых последствий не будет. Я как жила до бизнеса, так и буду так продолжать жить. Back to the list. Список верните. What would be your next priority? Нет, вопросы. Вопросы верните, пожалуйста. Что мне переведет? What did you say? What would be the next priority on the list? А другой еще какой у вас приоритет в этом списке? 5 и 6. 5 and 6. Personal development. Вот два вы выбрали. А еще какой? Еще третий? Да. Третий еще. Золотая рыбка, что ли? Да. She says a gold fish that gives three wishes. Два. Ту. Number two. Number two is financial freedom. Why would you choose that one? А почему вот вы бы выбрали второй пункт? Это, по-моему, так очевидно. Кто этого не хочет? Покажите мне, кто это. Поднимите руки, кто второго пункта не хочет. Никто. So, what I hear you saying to me is. Вот что я слышу на самом деле, то, что мне говорит Нина. What really appeals to you. То, что действительно вот, отвечает, так сказать, потребностям вашей души, это возможность заработать много денег и использовать эти деньги для помощи другим людям, потому что именно это требуется другим людям. И вы любите сами себя. И в то же время вы хотите развиваться вот как личность, потому что это сделает вас лучше. Which you can also pass on to others. И вы также это можете передать другим. Is that right? Я прав? Yes. And that's exactly what Amway offers. И вот именно это предлагает фирма Amway. Can I show you how the plan would work? Можно я вам теперь покажу, как сработает этот план для вас? Now you show your business plan. А вот теперь вы показываете Нине бизнес-план. And as you show it, you use her words to show how the business plan will give her what she wants. И когда вы будете показывать план, вы будете использовать ее слова, то, что она сказала, для того, чтобы ей доказать, как это будет работать в ее случае. Give her a round of applause. Пожалуйста, похлопайте Нине. Thank you, Nina. Thank you. Спасибо, Нина. Okay. So let's say now you've got a room with 7 people. А теперь представим себе, что у вас в комнате сидит 7 человек. You invited 10, but only 7 turned up. Вы пригласили 10, но пришло только 7. 3 didn't come. Трое не пришли. And you said yes. И вы говорите: "Да, о, класс, не пришли". You got 7 people. Итак, у вас 7 человек. 7 prospects. Это 7 человек, которые могут работать потом в вашем бизнесе. Let's assume you might have maybe 2 or 3 of your downline members as well. Представим себе, что там у вас еще сидит где-то 2-3 человека из вашей нижней линии. You start with paper and a pen. И вы раздаете всем бумагу и ручки.
And you start by saying, "Let me explain why people join the Amway business." И вы начинаете с того, что вы говорите: "Так, я хотел бы вам объяснить, почему люди вступают в этот бизнес." Okay, now, Nikolai, you've been in the business for many years. Итак, Николай, вы уже много лет в этом бизнесе. What was the main reason you joined the business? По какой причине, вот какая была причина того, что вы вступили в этот бизнес? He was afraid of the future. Which means? Что означает? Потому что я знал, что я прокормлю семью, случись что-нибудь, моя семья будет в тяжелой ситуации, потому что я был не единственным кормильцем основным. Если что-нибудь случится, if anything happens to my family, then I will be So financial security. Итак, мы говорим фактически с вами о такой вот финансовой обеспеченности, то есть о финансовом обеспечении своей семьи. Now you write it on your list. Number one, financial security. Итак, вы записываете в своем списке первое – финансовая безопасность, спокойствие. Николай, вернитесь, вы куда? Now you ask him five questions in front of the group. И теперь перед своей группой вы задаете ему пять вопросов. So why did you choose financial security as your number one priority, Николай? Николай, почему вы выбрали именно вот финансовую безопасность своим главным приоритетом? Ну, потому что случись что-нибудь со мной, моя семья не окажется в тяжелой финансовой ситуации, потому что я был основным, ну, добытчиком денег. Is that important to you? Это важно для вас? Да, это было важно для меня. Can you see what's happening here? Вы видите, что происходит? Rather than me trying to convince the seven people why they should join, I've asked an ordinary guy to stand up and tell them why he joined. Вместо того, чтобы начинать убеждать эти семь человек, почему им нужно вступать в этот бизнес, я поднимаю человека, который такой же, как и они, и он начинает их убеждать своими словами. And I'm making a new list. Of priorities. И я делаю новый список приоритетов. They believe him. Они ему верят. If I try to convince them, they won't believe me. Если бы я стал их убеждать, они бы мне не поверили. If I say it, they raise an objection. Если бы я начал это говорить, они бы начали искать возражения. If he says it, it's probably true. Если он это говорит, ну может это и правда. Okay, now we get this gentleman. Thanks, Nicole. This gentleman. Спасибо. Here. Пожалуйста. What's his first name? Валерий, да? Valerie. Валерий. Valerie, why did you join the Amway business? Почему вы вступили в бизнес Amway? Бизнесом я начал заниматься по той причине, что надоело тяжело работать. I was sick and tired of working too hard. So you wanted more time? He was sick and tired of working too hard. So you wanted more time for yourself? То есть вы хотели иметь больше времени для себя? Да, наверное, так. Yes. Наверное. More time. Больше времени для себя. Записали. I'm making a list in front of my audience now. И я делаю вот этот список, составляю прямо здесь перед моими этими людьми пришедшими. Why did you want more time? Почему вам нужно было больше времени? Потому что я ранее его не имел свободного времени. Потому что работа отнимала очень много времени. И для себя времени не оставалось. Can you see how convincing this is to seven people who've come to listen? Вы видите, насколько это убедительно звучит для вот этих семерых, которые пришли послушать? They're expecting me to try to sell them on why they should join. Они ведь ожидали, что я сейчас начну их убеждать, продавать им, почему они должны вступать в этот бизнес. Instead, I'm asking five questions to ordinary, everyday Ukrainian people. А вместо этого я задаю вопросы вот совершенно обычным украинцам. Who are answering from their hearts clearly? Которые явно отвечают и говорят те слова, которые у них на сердце. This motivates your audience. Это очень мотивирует вашу аудиторию. Okay, thank you, Nicola. Спасибо. Now, you ask a new person, a stranger, to stand up. И теперь вот вы спросили этих людей, теперь вы спрашиваете новоприбывших. You've put together your list. Итак, вы уже составили свой список. Okay. Now, okay. What's your name, please? Как вас зовут? Светлана Глибко, город Черновцы. Светлана, from Черновцы, it's Western Ukraine. Okay. Доброе всем утро, здравствуйте. Хочу лично поблагодарить Алана Пиза за то, что имею возможность находиться рядом. Спасибо. Okay. She's been invited along tonight by a friend who is in the business. She knows nothing about the business. She came because she heard there's going to be free food. Итак, ее пригласил какой-то ее друг.
О бизнесе она вообще ничего не знает. И она пришла только потому, что она думает, что здесь будут давать бесплатно поесть. Hey, look, this is reality, right? This is what happens. Вы знаете, это реальность. Такие вещи тоже происходят. Doesn't matter. Let's find out if she's the 2 out of 10. И теперь давайте мы посмотрим, будет ли она одной из вот этих 2 из 10. Maybe she is, maybe she's not. Может быть да, может быть нет. Doesn't matter. Это не имеет значения. I got 5 questions. У меня есть 5 вопросов. And I have 15 more prospects. И у меня есть еще тут 15 человек, которые вот у меня, может быть, вступят, может, нет. 3 of them are going to join my business, on average. А 3 в среднем все равно вступят в мой бизнес. So I can be relaxed and just have a good time. Поэтому я могу расслабиться и получить удовольствие. Let's go back to our list again. Итак, список, пожалуйста. You heard what Nikolai said, and you heard what... Валерий, вы слыхали, что говорил Николай, что говорил Валерий? Как вы думаете, для вас лично, какой был бы приоритет номер 1? Номер 2. Number 2, financial freedom. Why would you pick that as number 1? А почему вот вы бы выбрали именно 2 пункт? Я врач, и собиралась уехать до бизнеса Amway за границу, то есть у меня уже были документы готовы в Грецию. Я видела, как живут врачи, будучи на пенсии, поэтому меня не устраивала эта жизнь. Is it important to you to have a better lifestyle? Для вас так важно жить лучше? Да, конечно. Why is that? А почему? Потому что это финансовая защита моей семьи и моих детей. So what would be the consequences of not having this opportunity? А какие будут последствия того, вот если вы сейчас не воспользуетесь этой возможностью? Тогда меня ждет пенсия и мизерная зарплата и нищета. How would you feel about that? Ну и как вы, вам это все понравится? Вы имеете в виду нынешнее состояние или... Нет, вот если вы будете в нищете, вам, как это вам все понравится? Что вы об этом думаете? Я не буду в нищете. Уже сегодня знаю точно. So what I hear you saying to me is... И вот что я слышу, что говорит Светлана. Doctor, вы врач, и вы хотите иметь больше возможностей для себя. И вы хотите, во-первых, обеспечивать свою семью, и вы хотите иметь свободные деньги для того, чтобы делать то, что вам хочется тогда, когда вам этого хочется. And not be controlled by what others want. И таким образом вы выйдете из-под контроля того, что хотят другие люди. Am I right? Я прав? Да. Well, that's exactly the opportunity that we're going to offer you tonight. Так вот, сегодня как раз мы вам хотим представить именно ту возможность, которая полностью удовлетворит вот эти ваши нужды. Look, I don't even know this woman. Видите, я ведь даже не знаю эту женщину. I don't even live in this country. Я даже не живу в этой стране. I don't even speak this language. Я даже не говорю на этом языке. I've just found out in the last 4 minutes exactly why she is motivated to join my downline tonight. И вот за последние 4 минуты я узнал, что именно может ее замотивировать стать моей нижней линией. And she said it, so it's true. Она сама сказала это, поэтому это правда. I actually thought you were going to cry. I thought she was going to cry. Мне показалось даже, что она сейчас расплачется. Yeah, she was getting very emotional about this answer. Потому что она очень была полна эмоций, когда она отвечала. If people do not get emotional about their reasons for joining, you should not invite them. Если люди не вот в общем-то не начинают испытывать эмоции, когда вы задаете им вопросы, когда вы им рассказываете, то тогда не стоит их даже приглашать. Because the amount of emotion that they are showing in these 5 questions is the same amount of emotion they'll show when they're trying to convince others. Дело в том, что вот такое же количество эмоций, которые они показывают, отвечая на эти 5 вопросов, они будут выражать, когда они будут пытаться убедить других людей. If you don't like the answers, you're not happy with them, just say it's not a good business for you. И если вам не хочется отвечать, если вам не нравятся вообще эти вопросы, просто не отвечайте, скажите нет, но для меня это не бизнес. Not everybody should join this business.
Not everybody should join this business. Дело в том, что не все должны вступать в этот бизнес. Only people who have motivated hot buttons. Только те люди, у которых есть вот такая мотивационная кнопочка. And this is how you find them. И вот именно таким образом задаваете вопросы, вы находите этих людей. Have you ever had complete strangers stand in your home, like Svetlana, and tell you why she should join your business, and she's emotional about it? Бывало ли так, чтобы у вас дома находились абсолютно незнакомые вам люди, которые были полны эмоций и рассказывали вам, почему они должны вступить в ваш бизнес? This ever happened to you? Такое с вами происходило? Well, it just happened to me. Вот сейчас со мной такое произошло. I know a lot about this woman. I know how to convince this woman. She told me the answer. Дело в том, что я не знал этой женщины, я вот ее только пару минут вообще знаю, но она сама сказала мне ответ, как я могу ее убедить. I didn't try to convince her to leave a legacy. Я не пытался ее убедить вступить в этот бизнес, потому что благодаря ему она сможет оставить наследство. I didn't try to convince her that she should retire. Я не пытался ее убедить, объясняя, что ей стоит уйти на пенсию. Я не пытался убедить ее, объясняя ей, что у нее теперь будет больше времени, и она сможет, свободного, и она сможет в него делать то, что она захочет. I told her what she told me. Я рассказал ей то, что она сказала мне. Amway will let you control your own financial future and destiny. Я сказал, что Amway даст вам возможность самой контролировать свое финансовое будущее. And she's gonna say yes. И она скажет мне «да». Give a round of applause. Пожалуйста, похлопайте Светлане. Мы вас поцеловать. Where? Oh. Thank you. Thank you. My pleasure. Thank you. I'm going to wrap up. Итак, сейчас мы будем заканчивать. What I've done in this session is to take people from an audience in a country that I don't know. Итак, что я сейчас сделал? Я пригласил сюда на эту сцену людей, которых я не знаю лично. And by using five questions and a list, I got those five people to tell me why they will join this business. И используя вот этот список пяти приоритетов, восьми приоритетов и пяти вопросов, я выяснил, почему эти люди включатся в мой бизнес. You can do this anytime, any place, with anyone, in any country. Вы можете использовать этот способ в любой стране, всегда, с любыми людьми. How many of you use a business card? Who has a business card? У кого из вас есть вот такая визитная карточка? Кто пользуется визитной карточкой? Print the list on the back of your card. Напечатайте список приоритетов вот здесь, вот сзади на своей карточке. And try this. И вот пробуйте такую практику. Hi, Olga, you're an interpreter, aren't you? Привет, Ольга, ты переводчик, да? Yeah, the reason I've come to see you today is to show you an opportunity that other interpreters have found very interesting. Сегодня я пришел к тебе, чтобы показать тебе бизнес-возможность, которую другие переводчики нашли очень даже хорошей. In fact, here's my card. Так, вот моя бизнес-карточка, моя визитка. She's now holding my priority list, isn't she? И вот сейчас у нее уже в руках список моих приоритетов, не так ли? Let's have the list back on the screen. Вернем сейчас список. Do you know what the Amway business is about? Ольга, ты знаешь, о чем вообще этот бизнес Amway? No, well, let me show you. Ага. Вот я сейчас тебе покажу. Вот, пожалуйста. I ask her, do you know what the Amway business is about? Я задал ей вопрос. Ты знаешь вообще, что такое Amway? I don't care what she answers. Мне все равно, что она ответит. I don't care. Мне все равно. The purpose is to get the list in front of her. Дело в том, что моя цель — дать ей вот этот список приоритетов. Now, Nina tried to trick me, didn't she? Nina tried to trick me. Дело в том, что вот Нина попыталась меня обмануть. She said, yeah, they sell soap and they sell toothpaste and they sell things. Она сказала, да, они продают там, не знаю, зубную пасту, зубную пасту, они продают порошки, и вообще они американцы, и вообще потравят нас всех. What did I say? А я что ей на это сказал? That's right. Я сказал, да, да. Anything else? А еще что? And when she said no, и когда она сказала все, I said, let me show you. А теперь я сказал, вот, пожалуйста, и показал ей карточку, дал ей карточку. Now she picks three priorities. И теперь она выбирает три приоритета.
I took her from telling me it's American and they hard sell, they sell toothpaste. Now she's picking three priorities and telling me why she should join. Итак, я ее как бы вот отвел от всех этих разговоров там про пасту, американцев и всяких гадов, а вот я ее подвел к приоритетам, и она стала выбрала себе три приоритета. Is this simple? Это просто? Yeah. It takes practice. Для этого просто нужна практика. It's not easy. Это не так просто. I make it look easy because I live it. Дело в том, что когда я это делаю, это кажется простым. Почему? Потому что я это практикую постоянно. You know the good thing about these presentations that I made with these prospects? Знаете, вот что хорошо по отношению к этой презентации, которую я сейчас вам показал? There were no objections. Никто не возражал. Why? А почему? I never said anything. Дело в том, что я-то ничего не сказал. They said it. Они все говорили. I repeated it, and they said, "Yes, Alan, you're correct." А они, я просто повторял их слова, и они говорили: "Да, Алан, ты прав." As simple as this. Вот так все просто. The only reason you're getting an objection today. И единственная причина, по которой люди начинают возражать, потому что вы говорите что-то, вместо того, чтобы задавать им вопросы. Пожалуйста, поблагодарите вот всем, всех вышедших на сцену. Okay, спасибо вам всем. Спасибо. Okay, thank you. Thank спасибо. You. Thanks, Alex. At the end, I'll sign at the end. В конце, пожалуйста, в конце. Thank you. Thank you. My pleasure. Thank you. 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 My pleasure. You are in the. You're in a time in this country. Сейчас в вашей стране вот такое время наступило. Where there are emerging opportunities. That have been exhausted in Western and European countries. Когда здесь у вас появляются возможности, которые истощили себя уже, исчерпали себя на Западе. The time here for this business is right now. И время для этого бизнеса здесь как раз сейчас. You're at the start of a big adventure. Вы сейчас в начале большого приключения. It costs you virtually nothing to be in this business. И фактически вам ничего не стоит в материальном смысле быть в этом бизнесе, вступить в этот бизнес. The only thing you must do is see groups of 10 people. И единственное, что вы здесь должны делать, это встречаться вот с группами из 10 человек. And you watch the two appear. И вы будете наблюдать, как из этих десятерых у вас будет появляться два человека, которые будут подключаться. Thank you again, Eddie, for the opportunity to come to Ukraine. Большое спасибо за то, что вы дали мне возможность приехать сюда на Украину. Thank you, Olga, for being a wonderful interpreter. Спасибо, Ольга, за то, что ты была моим переводчиком. And thank you for being a wonderful audience. И спасибо за то, что вы меня слушали.